О чем? Че, поговорим как Спайдер-Трон с Раптором, да? Что ты делаешь? Я прохожу, сука! 5 чаптеров! Разом, нахуй! За одну попытку! Вот что я делаю! Вот что я делаю! Я ж вспотел! Здорово! Это снова Клондрон, и я придумал для себя очень большой челлендж. Я говорю так тихо, потому что уже 2 часа ночи, и мой батя даст мне очень большой пизды вместе с соседями. Все разом пустят меня по кругу, если я буду орать. Но челлендж будет пуканосгорательный, поэтому мне надо будет контролировать свои эмоции. Поэтому я сейчас нахожусь в меланхолии, пребываю в душевном внутреннем покое, и я ни в коем случае не настроен бомбить. Но сейчас ты услышишь, собственно, название и правила челленджа. Название. Пиздец. Правило. Пройти одиночную игру сюжетку все чептеры на безумиуме подряд. Если я умираю в одном из чептеров с концами, так что чептер начинается заново, я рестарчу весь челлендж и начинаю с самого начала. Я знаю, что ты хочешь мне сейчас сказать. Колян, ты шо ебанутый? Ты чё, 2 часа ночи, пойди поспи. Ты чё, блядь? Алло, Колян. Включи голову, Колян, не делай ошибок, ты будешь потом жалеть. Да, пацаны, да, я буду жалеть. Но грех не попробовать, хотя бы ты насладишься моими страданиями. Это так, понимаешь, мой небольшой двухчасовой, ну, в 2 часа ночи заеб. Это знаешь, вот я сейчас словил ту самую вечернюю мотивацию, и я думаю, что сверну горы. Также на первом челлендже я сейчас поумираю пару раз, ну, на первом левеле, и все. И мне этого будет достаточно. Ну, давай посмотрим, что из этого выйдет. Нормально. 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 Никогда такого не будет. Перезапусти главу 1. Погнали. Что ты так орешь-то на меня, сука? Сейчас всех разбудишь. Гандон. Анализатор. У человеческого разума в теле робота есть преимущество. Да! Расскажи мне, конечно. А у этого нету. У этого типа и броня, и клешни, и эта херня. И вообще он гандон, понятно, я не хочу с ним разговаривать. Прикинь, он сейчас на нем заруинить, будет вообще весело. Слушай, не надо осуществлять мои слова, так сказать, это все была шутка, не воспринимай это всерьез. Прикинь, там же сейчас второй левел, я помню, там сейчас рапторы на меня выскочат. И что мне с ними делать? Ой, бля, ну можно, в принципе, подрубить лук. А можно, слушай, джетпачок можно сразу же прикупить. С одной энергией. Первый раз, по-моему, в своей жизни я с одной энергией покупаю джетпак. Но он здесь будет как никогда, кстати. Я не знаю, как здесь без джетпака выживать. Ладно, погнали. Раз, первый есть. Второй готовченко. Третий в натуре. Четвертый уехал. Ну и теперь вы, пацаны. Ну и теперь здравствуйте. Так, один раптор сжег другого раптора, все правильно? Нихера почему-то так не получилось. Ладно, мужики, тут есть еще пилы. Ну, это так, на любителя уже. Ну, это для любителей извращений. Так, молодцы. Давай теперь вот такое. Опа, опа. И красота. Тихо, джетпачок. Никто не отменял. Так, мужички, вы те же самые, которые первые, только вас теперь тут больше. То есть это второй левел, а вы уже вот чуть кидаете против меня. Не находите это немножко, ну так, неправильным слегонца. Чуть-чуть так читерским дам, ну, самую малость. Ну, типа, херня какая-то, правильно? Не думаете так? Что вы, типа, крутые, а я с одной зубочисткой. Я знаю, что я король челленджа и что только не проходил. Но с чего ты взял? Вообще, если я это все реально пройду, даже с первой попытки, видос получится архидолгим. Поэтому я не знаю вообще, о чем я думал. Я не знаю, о чем я думал, когда вообще тебе это все озвучил, когда это все в голове придумал и когда начинал запись. Но если ты уже это смотришь, если ты уже это видишь, то у меня что-то получилось, что-то интересное. Потому что если у меня ничего не получится, я это могу выложить чисто ради смеха, но вряд ли я так сделаю, потому что, ну ты сам понимаешь меня. Мы тут серьезные мужчины, мы так фигней не страдаем. Так что меня ждет? Ладно, беру отражение стрел. Тут без вариантов вообще. Тут без вариантов. Тут сам левел говорит сам за себя. Куда сначала? Побегу сначала налево. Сначала бегу налево. Да мне бы хотя бы один чептер пройти с первой попытки. Будет уже классно. То есть это уже можно засчитывать, в принципе, нормально. Тихо. Бляха. Окей. Тихо. Узбагуемся. Их осталось мало.
Тихо. Их осталось мало. Не застревай в текстурах, пожалуйста. Ты эти меня немножечко нервируешь. Там еще Спайдер-трон напердывает. Это вообще весело. Вот это вообще веселье. Ладно, нормально. Вот этот живой каким-то. Там два Спайдер-трона напердывают. Слушай, Безумиум — это прям недооцененный режим, я считаю. Что-то Безумиум, офигеть, какой Безумиум. Если что, я не готовился. Я последний раз сюжетку проходил... А, этот решил самовыпилиться. Я последний раз, дружище, сюжеточку проходил, ну так, годика два назад, наверное. Ну, может быть, год перепроходил какие-то там отдельные. Может быть, чептер пятый перепрошел. А так я ничего не помню. Я ничего не... Так, что меня ждет? Подожди, тут так нельзя прокачиваться. Тут надо под уровень все выбирать. Так, рапторы и мудаки. Рапторы и мудаки. Я на каком? Я на четвертом, левелов еще будет до хера. Хорошо бы качаться в энергию прямо сейчас. В принципе, идея такая. А что еще можно? А больше ничего. Ну, можно клона, конечно, было заказать. В принципе, клонов никто не отменял. Суть челленджа заключается в том, чтобы я просто прошел, понимаешь? Если я умираю с концами, то есть, допустим, вот там будет потом чептер, где будут переносы разума. Если я там умираю, теряю все переносы разума, я начинаю с самого начала. И да, если я начинаю с самого начала, включается ебейший монтаж. Но, так как ты мне нихера не поверишь, если я сразу включу запись на том моменте, где я уже дошел, то я просто пущу все под ускором. Ну там чисто 30x, 80x, такой будет ускор. Я вот немножко не понимаю этого чувачка. Он что, сменил профессию? Он теперь пиндельбот? Какого хера он бежит на меня безоружный? Все. Приехали. У меня вот этот тип заспущал, он меня вообще сбил с подталыки. Этот чел меня, он вселился в моего бота. Он управлял моим разумом, он вел меня в гипноз, он в транс меня вел. Он, это из-за него все. Ты, если ты не веришь, это все из-за него, блядь. Дам тебе его номер. Профессиональный этот, вандажист. Он так, что, ты посмотри на него. Ты посмотри на него, он на превьюшку пойдет. Самый опасный противник в этой игре вообще. Ну вот этот император, а где император? Ты прикинь. Я все разгадал. Я разгадал твой план. Это был император. Против меня сражался император на четвертом левеле. А эти пацаны молчат просто в тряпочку, потому что знают о подставе. Шалеть, начать заново. Ну вот о чем я тебе и говорил. Ну сейчас все будет под ускором. Сейчас будет запись очень убыстренно там. Ну раз в 50. Ну я, собственно, дохожу до этого момента и обратно начинаем. Опять пилы. Меня в этой игре только пилы убивать будут, я так понял. Ничего другое меня не дамажит. Суки такие. Продолжаем мы, значит, дискутировать тут немного. Ну так, слегонца. У меня есть отражуха, так что за это уважуха. Однозначно. Поэтому все красиво. Ты не будешь становиться одно... безруким чувачком, который будет управлять мною? Не, не будет. Ну все, продвигаемся дальше, получается. И это только первый чептер. А их, я напомню, 5. Так, вот, кстати, в этом чептере прибывает император. Хотя он уже с нами сражался. Мы это все знаем, это все подставы. Отражение снарядов. А что вообще? А что там будет? А я не помню, что там будет. Вряд ли мне здесь поможет лук, потому что здесь у всех крутые штучки. Поэтому я возьму просто джетпачок быстрее. Да, скажу, что это бесполезная прокачка, если я скажу нихера. Потому что более быстрый джетпак, по сути, как чардж. То есть, чем быстрее я смогу увернуться, понимаешь, тут мало среагировать. Нужно еще, чтобы Клоуд свою задачу выполнил. Да, посмотри на небо, пришел чепух, которого я уничтожу. Сегодня, ясно, я сегодня его уничтожу. И причем подряд, и все на безумии. Да, мечтать не вредно, конечно, но я попытаюсь. Я хотя бы попытаюсь, понимаешь? Если я это не пройду, может быть, я все равно это выложу, если я потрачу на это, ну там, 3 человека часа. Давай спускайся, мудила. Давай, слезай, давай сразу с тобой сразимся, хули сиськи мять, давай сразу закончим все с тобой. О, прилетели, суки. А я уже думал, сразу 7000 спайдер... Опа, ча, а здесь пиндельботов навалило. Ну ладно, сразу лучников уничтожил, в принципе, стратегия ясна. Дальше, пиндельботы. Ага, расскажешь. Бляха, че я раньше джетпак не юзал? Он неплохо так помогает вообще тут, в принципе, распиливать этих дурачков. Если я уничтожу спайдиков, мне здесь больше никто задамажить не сможет. Поэтому спайдер-тронов в идеале сейчас будет угандошить. Так, тихо, тихо, тихо. Пацаны, бля, пацаны, не кипишуйте меня. Бля, пацаны, ну хорош, но оно вам не надо, мужики. Мужики, не бесите, пожалуйста. Ну, мужики...
блядь, друг друга, просто друг друга. Они без разбора, понимаешь, это чушпанчики. Они без разбора друг друга, у них никаких понятий нет, они живут без понятий, ты посмотри на них. У них, они умрут за пинок, представляешь? Умрут за пинок. Блядь, все, хорошо. Но здесь победа. Ну ты че, ты не хочешь, чтобы я побеждал? Ты хочешь, чтобы я побеждал, не надо врать. Не надо врать, тут все хотят, чтобы я победил, правильно? Ты посмотри, как радуются. Это да, это все мои субскруберы, которые смотрят этот видосик. Вот они тут на сцене, собственно, радуются. А кто тогда комментаторы? Кто тогда комментаторы? Вот кто-то комментаторы, я не знаю тогда. Какие-то черти, хейтеры, получается, которые не хотят, чтобы я прошел. Вот видишь, они вот так примерно комментируют, пока смотрят мой видосик. Как-то так, хотя я не знаю насчет хейтеров. Хейтеров у меня нету, прикинь. Вакансия свободна, как бы можно занимать места. Хейтеров у меня не обнаружено. Но, скорее всего, появится, если я не пройду этот челлендж. Поэтому мне нужно взять яйца в кулак. Желательно чужие, потому что свои больно. И пройти это дело. Окей. Ну, слушай, здесь все довольно опасно. Один кто-то вообще это, на салюты рассыпался. Мне 2 часа ночи, что ты пристал? Ты еще мою дикцию будешь осуждать. 2 часа ночи, ты посмотри, что происходит. Он, бля, говорит, что с дикцией, представляешь? Нормальный. Слушай, там есть зеленый этот джетпукер. Он очень опасный. Тут Кент, он самый опасный, я бы сказал, из всех, кого я тут вижу. Потому что это зеленый, мать твою, даже не желтый. У него джетпак такой же быстрый, как у меня, ты представляешь? То есть это читы. Это реальные читы. А что же будет дальше? Первый же чептер на безумие, насколько я помню, это не, вообще не сложно. То есть вот дальше будет задница. А это типа проходимо считается. Ну хер знает, как там это проходимо. Ну, пацаны, пойдемте на шипы. Хотя последнее время я на шипы насаживаюсь. Но здесь, надеюсь, пронесет. Так, мужчина, мужчинка, разрешите, я вас распилю. А где зеленый? Его опять забыли? Ну и хорошо. Бля, приехал, черт. Ну ладно. Я буду с ними тут танцевать на пилах. Там еще пендельбот один живой, сука. Он тоже кипишует. Но мне больше зеленый мешает здесь. Вот правильно, успокойте его свои же. Че он, блин, быкует здесь? Самый выебистый, представляешь, тут Кент? А он ведь меня сейчас распилит еще. Да, бля. Во, давай, убери конкурента хотя бы одного. Будет неплохо. Слушайте, ну здесь с вами танцевать вообще не весело. Здесь вас ничто убить не может, поэтому здесь вы безнаказанно ходите, безнаказанно гуляете. Погнали на эту пилу, это что-то неэффективное, это вас не распиливает. Сколько же это времени займет, ты представляешь? Ты представляешь, сколько это займет человека времени? Человека часов и человека прочих, человека лет. Надо не забывать мне про пилы. Мне самое главное не забывать про пилы, они что-то фатальное вообще сегодня на меня. Вы будете умирать вообще? Че я здесь разговариваю с вами? Вы будете лишаться жизни или алло, или куда? Да, конечно. Да, не надо. Я спокоен, на самом деле я полностью спокоен. То есть, ну, бомбить я пока что не собираюсь. Вообще не... Сука. Сука. Одноногий, одноногий, но не мертвый. Одноногий, но не мертвый. Прошу заметить, сучара вот эта была наказана только что мною лично. Все, еще один сучок минус. Получается, у нас примерно с ними сейчас равные условия. Потому что у меня есть джетпак, у них нет джетпака. Ладно, я убил одного своего, в принципе, близнеца. А там есть еще похожие на меня чувачки? Не, все при ногах, представляешь? Все при ногах, при понтах. Этот вообще фул в броне. Как он... А, нет, у него на ляжке нету. На ляжке где-то потерял броню. Ну, а так, в принципе, довольно моднявый, типа. Слушай, у меня сейчас нету двух ног, поэтому я медленнее иду. Мне нужно все-таки про это не забывать. Уворачиваться я так быстро не смогу. Окей, осталось три типа. Три типа. Как в той мультике, как в той песенке, где было три кота, здесь три типа. А это самая одна кошечка, которую, я надеюсь, сейчас эти дроны всем селом... Ну, уже села, от села уже ничего не осталось, в принципе, будем объективными пацанами. Какие пацанами? Мы роботы. Мы роботы какие? Мы роботы, мы не умеем быть необъективными. Мы чисто все по шаблонам. Блин, иди ты нахер, сука. А мне нельзя бомбить. А у меня вот такая фигня. Слушай, я не буду это все записывать, у меня тогда места не хватит. Давай вернемся, пока что ты мне веришь. Мне в любом случае надо будет сейчас все пройти левела до 6. Поэтому давай я буду играть, а ты, собственно, будешь за меня болеть. И сейчас вот сразу вернемся, чтобы тебя не мучило вот это. Да короче, я тебе объясняю, что. Если я буду все это записывать, мне не хватит места на компе. Поэтому погнали. Начать заново. Мужики, знаете, что общего между мной и Лунтиком? И я снова с вами. Да. Я, кстати, прикупил клона, тебе не видно за моими широкими плечами, но у меня есть дополнительная жизнь, которую я сейчас не хотел вообще тебе озвучивать, потому что я сейчас на ней сфокусируюсь и расслаблюсь, а тут еще зеленый пердежник
Поэтому давай сначала разберусь с ним. Что-то на удивление было легко. Но все равно не расслабляемся. Тихо, тихо, не надо. Я вот под конец расслабился. Осталось два гондона. И один из этих двоих братьев-акробатов меня усандалил. Поэтому такого не надо допускать. Такого не надо повторять. Но пил я смог избежать. Я надеюсь, в этот раз тоже так же все будет. Слушай, их в принципе можно просто кружить на пилах с моим быстрым джетпачком. Кстати, что по прокачек? По прокачкам я опять прокачал быстрый джетпачок. Все то же самое, только плюс прикупил клона. Что-то как-то не особо эффективно здесь все происходит. Так, ну пацаны. Ну пацаны, ну алло. Ну пацаны, ну идем как-то вот здесь прям. Давайте танцевать. Давайте танцевать. Вы вообще в хороводы в детстве какие-нибудь водили? Вот давай вокруг пилы. Просто вокруг канцелярского лезвия вот этого. И нормально. Ну мне просто самому не хочется долго тут тоже с вами, вы поймите. Я не буду с ними сражаться, их слишком дохера. Сейчас их станет поменьше. Особенно вот с пиндельботами нужно что-то делать. Станет всего поменьше и пиндельботов, и прочих дурачков. У меня почти весь джетпак закончился. В принципе, можно пиндельботов сейчас за угол загнать. И здесь с ними что-нибудь порешать. Но они в броне еще будут, конечно же, чтобы не было посложнее. Ну, а естественно, а хули там? А хули нет-то? Ладно, суки. Ладно, твари. Вот этот фу в броне, представляешь, до сих пор. Каким образом? Я им только ноги отплел, даже не плечи, потому что они все время подпрыгивают и прыгают, и пинают, сука, Джеки Чан. Я сказал, подпрыгивают и прыгают? Ну, бывает такое, я еще раз тебе говорю, не такое могу сказать в 2 часа ночи, не суди строго, пожалуйста, не прикапывайся к моему словарному сейчас по носу и лексикону, ну, если его так можно назвать, это еще щадящее, это уже слишком уважительно я отношусь к себе. Ой, хорошо, тихо, тихо, подожди, ну дай глаз почесать, тебе робот, сука. Я тоже робот, но глаза-то чешутся. Не смазывали давно, понимаешь, такая фигня. Они уже работают сверхурочно. Такие челленджи тут пилят. А ты докопался. Слушай, ну вот это уже терпимо. Но только два пиндельбота до сих пор красавчики. Красавчики-молодчики живы. Целые. Какого хера? Пацаны, блин. Не хотите это, ну, циркулярочку? Не хотите? А ты не хочешь? Там весело, я тебе серьезно говорю. Колян плохого не посоветуют. Циркулярочка. Лучшее средство от роботической депрессии. Так сказать, ты разберешься, и тебе соберут потом хламоботы заново. Это же прекрасно. Это, так сказать, начать все с чистого листа. Ты разве не хочешь? А я продолжу дальше. Смотри, последний мудак. Все, тихо. Давай сосредоточимся. Последний мудак. Нельзя на нем проиграть. Я сейчас на нем расслаблюсь и просру. Такое может быть. Блять, он прыгает. Ты посмотри, видишь? Все, тихо. Филигранненько. Сейчас еще все циркулярочки остановятся. Все, теперь мне ничего не угрожает. Теперь я спокойно иду к лифту. Теперь можно полностью разжать булки. И сейчас, ну, приготовиться к повторному сжатию, потому что я не знаю, что еще будет. А, просто спайдертрон и этот, и раптор. Что-то все слишком легко. Тебе не кажется? Тебе не кажется, подставой пахнет? Ну, давай я куплю 3 ячейки энергии, чтобы быстрее восстанавливалось. Сейчас вот эту тему буду качать. В принципе, дополнительная жизнь есть, правда, она со мной не... Просто раптор и 2 спайдертрон. Понятно, суки. Понятно, твари. Они тут слились с фоном, понимаешь? Карта зеленая, они зеленые, все зеленое. Суки такие. Ты посмотри, ну упырей. А я догоню, тварь. Хорош. Так, остался последний. Последний дурачок. Все, нету больше дурачков. В принципе, вот теперь дефолт, рапторы и эта херня. Пинаем, молодца, заебца, уходим, улетаем, этого чуть-чуть, оп, теперь пойдем заниматься вот этими чувачками, веселыми пацанами. Хорошо, он там стреляет где-то вдалеке, он, в принципе, нам не сильно мешает, я бы даже сказал, отчасти помогает, со спайдертончиком доставим меч, будем рубиться как мужчины. Хотел сказать, ненадолго тебя хватило как мужчины, но что-то он, блядь, всю броню решил мне отдать, ну, точнее, отдать на мое... распиление. Бля, броня очень хорошо помогает, когда циркулярочки тебя пилят. То есть, получается, они тебя вообще не задевают, весь урон приходит на броню. Окей, восстановление энергии. Так, а что меня ждет? Чисто арена с лучниками, да? Надо было прокачать отражение стрел, наверное, на 180 градусов, да? Ёптеть. Я пернули. Че ты, курва де бобро? Я не знаю, что я сказал сам, но что-то... О, неплохо, кстати. Слушайте, чувачки, неплохо, давайте в том же духе продолжать. Было у меня отражение 3-й стадии, можно было вообще здесь не париться, но я, в принципе, и так не вижу здесь проблем. Слушай, если я пройду этот челлендж, это будет самый безумный челлендж, зарегистрированный у... Они ему помогают, смотри, они вот стрелами, так сказать, к победе подталкивают.
Но они его еще, правда, чуть продамажили, самую малость. Немножко, так сказать. Но это ладно, это хер с ним. Это оставим за кулисами. Смотри, их уже четверо. Я хочу, чтобы их осталось двое, тогда можно разговаривать. Ну и хотя бы трое. Не, ну лучше двое, с тремя сложно. С тремя не хочется сражаться, с три это уже опасно. Так, ну пацаны, давай стреляем, стреляем, хуячим, хуячим по своему. Хуячим по своему, повторяю, хуячим по своему. Срочная, срочная надо огневая помощь, правильно? Молодцы, дальше я сам справлюсь. Тихо. Заебца, их осталось двое. Их один. А, это ты решил, нихера себе, самопожертвование. Вот этого я еще тут не видел практически никогда. Чтоб прям вот так вот в костер дроны прыгали. Это, конечно, классно. Слушай, я прохожу дальше. Ну, вообще радоваться не стоит. Впереди еще, как минимум, после этого чептера еще парочку. Поэтому, ну как, 4. И тоже на безумие. И они нифига не легче. Так, а что здесь будет? А, здесь будет карта, где нет ловушек, и мне надо будет всех самому пилить. И здесь будут копеечки, да? Ну, давай перезарядку энергии куплю. Чё? Я не знаю, с этим, с каким-нибудь, в кого верит клон? Клон верит, наверное, в создателя, поэтому с создателем. А, ну, в принципе, можно было джетпачок не покупать, если это все. Слушай, это все реально? Ну, элитные войска, да, окей. Ну, типа, это возможно. Ну, я бы не... Ну, вот, смотри, уже минус один. Красота. Как я так хорошо его порезал. Я хочу всегда так уметь резать, чтобы прям вот одним ударом и минус броня, и минус дурачок, и минус все. И мне хорошо. Слушай, одно попадание их меча, и мне... И мне, скорее всего, ГГ. Я не знаю, как я так хорошо делаю. Мне даже огненный меч не нужен. Я их как-то развоплощаю. Ты посмотри. Это как... Я знаешь, как это делаю? Я делаю это лезвием. То есть я как-то еле их касаюсь и убегаю. Смотри. Во! Во! Может, это новая тактика сейчас? Подожди. Смотри. Не, сейчас не получился. Ну, сейчас почти, но он заблокировал. Он меня заблокировал, пусть разблокирует и позвонит. Вот так, вот сейчас было хорошо, но что-то не прошло. Почему-то не прошло. Типа нужно прям кончиком. Прям на донышке, понимаешь? Может быть, это работает только с этой моделью и с этим скинчиком, но разбирается прям хорошо. То есть, надо прям вот на донышке. Но это сложная техника, типа, ее надо осваивать. Слушай, я пока с тобой пиздел, я вообще их не боялся, ты заметил? Я просто шел файтиться с ними. На яйцах! Я всех разобрал! Я всех разобрал по одному. Никто друг друга не сдамазал. Так, десятый, последний. А, здесь будет один противник, да, и типа раптора ему помогать. Ну... По приколу клона еще одного куплю. В принципе, у меня все есть. Ну, это так, перестраховочка. По приколу покупаю клон. У меня все есть. Огненный меч мне не нужен. Отражение стрел получше мне не надо. Тут, в принципе, два раптора и кто? И кто? А, ну я думал, хотя бы 5-го левела будет, а тут чушкан. Ой, а чё это я? А чё это я на такую близость пошел с тобой? Я не хотел. Я не из этих, да, я так не планировал. Вот эти колонны больше не будут пердеть огнем. Слушай. Тут даже лучники поопаснее будут. Ну ладно, давай разбирать. В принципе, эту жизнь можно прокекать. Ничего страшного не случится. У меня еще две есть про запас. Они потом в любом случае ни в какой бонус не пойдут. Поэтому хер с ним. Ну да. Но это было ожидаемо. Но, в принципе, я сделал все, что мог. Я ухожу. Погнали. Let's go right! Опа! Они тоже с козырей зашли. Че, погнали сразу пилить? Получится, типа, нет. Погнали. Вот это было неплохо. Это было тоже так. Это что-то как-то, ну, пованивает. Такая не очень тактика. Ты че? Ты задолбал пинаться? Уйди. Ну все красиво, но это победа. Это победа, что может пойти не так? Скажи мне, что может... И сейчас ты смотришь на мое хлебало офигевающее. Когда все пошло, вот, видел? Ты сейчас видел? Через броню, через все. Сразу же, одним ударом смертельным распилил. Вот я не понимаю, как это работает. Они причем не подпрыгивают, ничего. Это реально какой-то тайминг, то есть это какое-то положение меча определенное. Да, ты можешь съебать он, ты... А подожди, там же пилы, ловушки будут. Прикинь, на них зафейлиться. Это будет весело. Все, открывай. Мать, раздвигай ворота, давай, я захожу. Раздвигай свой нейробарьер, фаервол свой, открывай, я захожу, мать. Пропускай мой USB Type-C. Погнали. Какой USB Type-C там? Там сразу этот, VGA как бы. VGA вот этот многопортовый. Мы как бы клон себя уважающий. Размер чти у нас соответствующий, поэтому не надо тоже себя прибеднять. У нас VGA. Правда, он старенький, но зато удаленький, блядь. Его прихуячишь, он потом вообще оттуда не выйдет из этого гнезда. Он там намертво будет.
Я же о том кабеле говорю, правильно? Не, а лучше вот это, знаешь, который в комп вставляется, ну, который питает комп, лучше вот этот кабель. Это вообще ебейшая тема. Так, смоем консену, делаем офигевающий взгляд по типу, воу, сюжет, мы этого не знали, мы этого не видели. Все, мать, переключайся на второй чептер, нам пора дальше. Нам пора дальше, я даже неровно на стуле сижу, понимаешь? Конец первой главы, окей, я это сделал, следующий человек нажимаем, и все. Если я умираю в этой главе, я должен начинать все с самого начала. Я уже немножко хочу спать, поэтому я надеюсь, этого не будет, и этого, собственно, не произойдет. Ух, так, окей, начинаем. То есть у меня одна жизнь, и я вот за одну жизнь должен здесь не обосраться. Надо запомнить, что у меня нет джетпачка на этот раз, что у меня на этот раз нет ни хера. У них есть броня, у них, в принципе, все есть, они вообще при параде. Но они все предусмотрели, они поставили циркулярки и дали им броню. Представляешь, какие черти? Сволочи просто. Ну ладно. Ну ладно, мы проходим челлендж, правильно, а не бегаем от роботов. Не надо. Хорошо, вот сейчас почему-то удар прошел херово. И ты это тоже заметил, правильно? Ты это тоже заметил. Ух, куда-то я совсем далеко от левела убежал. Мне теперь, сука, пилить 3 километра. Я надеялся, он превратится в хлам, да? Что они сказали? Это, я знаю, ты тоже сейчас сидишь там, как эти комментаторы. Я надеюсь, он сдохнет. И больше не будет в жизни даже говорить и думать о таких челленджах. Так, а что меня ждет? Слушай, подожди. Подожди, что мне? Бляха. У меня в прошлый раз был джетпак, и я чувствовал себя очень уверенно и хорошо. Но я буду увереннее чувствовать, если у меня будет вторая жизнь. Просто перестрахуюсь. Ну как перестрахуюсь? Когда ты знаешь, что если ты умираешь, ты начинаешь все сначала. Перестраховаться — это дело святое. Сколько их здесь вообще? Их здесь, в принципе, не так много. Давай повторять вот это вот обычай. Во! Понял, да? Смотри. Ну почти. Смотри. Тихо. Блять, 500 тысяч часов клон дроне только сейчас открыл новую механику распила. Славянского. Ну почти. Ну, блин. Ну тут просто кирпич какой-то, бля. Построили. Тихо, ну надо еще аккуратно. Совсем дерзить не надо, у меня тоже джетпачка-то нема. Так, тихо. Ну как так? Ну как так? Ну почти. Почти красиво. Почти красиво. Ну это было слабо. Это еще херня. Во! Прошли ударчики. Тихо, ну тоже не расслаб. Бля, какой я... Какой же я красавчик! Какой же я молодец! Так, ты же не хочешь? Ты же не будешь? Не надо. Мужик, да ну давай, ну по-серьезному, блядь, взрослые люди. Фу! Нормально, пройдено. Что дальше? Сразу покажи, чтоб я... Понимал, какой задницы мне готовится. Ну, здесь отражение стрел как бы очевидно. Я даже не знаю, что на этом левеле может делать человек без отражения стрел. Если честно, я не уверен, что я это пройду. Ну, типа, вот, реально. А вот эти еще пойдут на меня, да? Ну, этих сейчас свои же расстреляют, плюс на шипах кто-то. Ну, как кто-то, все почти окочурится. Так, то шпаляем тогда. Я к этим даже подходить не буду. В принципе, нет, проходимо. Нормально. Главное не дерзить с этим, и все будет хорошо. Пусть его свои же. Ладно. Они сейчас попадут по нему, а он отразит в меня. Поэтому, чтобы такого дерьма не случалось, надо, чтобы он опять стал лучником. И он шманет мне в спину. Прикинь, как только станет лучником. Стоим здесь. Красиво. Хорошо. Замечательно. Допустим. Вот это вообще не прикольно. Они в разных сторонах стоят. А отражение у меня слабенькое. Все, окей, последний, in the last one. Тихо. Как же они иногда бесит, когда, знаешь, вроде бы ты удар проводишь прям через него, а у него там пол хлеблета нету, но он еще живой. Пол хлеблета нету, пол корпуса тоже распилило, а он еще живой. Сука, и джетпакеры, это херня. Но я тоже буду джетпакером, чё? Я тоже, мне понравился джетпак играть. По идее, вторым левелом я должен играть за молот. Но я не играю почему-то за молот, я не знаю почему. А давай так, типа, я прошел первые два левела подряд, а не всю сюжетку. Но это же тоже достижение, давай зачтем. 2 часа ночи, мне надо спать, алло. Ты что придумал? Какого хера вообще ты это до сих пор сможешь? Ты понимаешь, что ты садомазохист? Ты любишь смотреть, как другие страдают.
Потому что по-другому я не могу. 2 часа ночи. Тип придумал проходить всю сюжетку подряд. На безумиуме, в клонах. Где один удар может решать все. Как в их случае, так и в моем. Вот надо вот этого легионера их выкашивать. Которые идут пушные. Кстати, здесь есть циркулярочки. Циркулярочки, которые я люблю. Но у них тоже есть броня, они подготовились к этой херне. С ними будет долго. Так, ну погнали пилить потихоньку. Погнали его стругать. Понемногу. Хорошо, что у него молот маленький. Был бы у него, знаешь, волыны, как у третьего хаммербота, было бы, конечно, серьезно. Вот смотри, опять прошел удар ебейший. По хаммерботам же такой же удар может пройти, правильно я понял? То есть их... прилетел. Откуда не ждали. Давай сразу ты рассыпешься, давай сразу. Во! Сейчас ништяк. Тихо. Отход. Не надо. Не надо. Не надо. Хорошо. Колян стал ослом в прямом эфире. Окей. Окей. Ну хоть не бараном. Хоть не Славиком. Уйди, пожалуйста. Хорошо, что их станет, когда я ломаю их броню, они станятся. Если бы они не станились, когда я хуячу их броню, было бы все очень прискорбно. Тут разрабы, конечно, молодцы, что предусмотрели этот момент. Было бы прикольно, чтобы они станились еще, когда по ним урон проходит. Было бы вообще классно. Так, что меня ждет? О, нет. Это карта с джетпакерами. Я ее узнаю. А что мне делать, когда эта карта с сумасшедшими ебанутыми джетпакерами? На 25% джетпак быстрее мне не поможет. Хотя... в любом случае джетпачка у меня... давай. У меня джетпачка все равно не будет. Энергии запасной у меня тоже не будет, потому что я буду постоянно на джетпаке. Но главное, чтобы джетпачок был хоть чуть-чуть побыстрее. Это сейчас оптимальный вариант. Но можно было еще клона купить. Да, они сейчас набегут, ты посмотри. Они сейчас всем селом. Вот со всех этих кораблей сейчас все ко мне пойдут. Вместо того, чтобы атаковать вот эту херь. Вот они сейчас вот так вот летят все ко мне. И причем не желтые, а вот... бже, это все... да я не верю. А где копейщики? А где миллиарды других челочков? Это все? Че, больше не будет продолжения? Не будет DLC? Бляха, как я это делаю? Нет, нет, блядь! Тихо. Не, я не хочу клона просирать на этом левеле. Вот, что хочешь, делай, но я не хочу. Я буду прыгать, скакать, но я не хочу просирать клона. Так что происходит? Тихо, тихо. Улетай на крыльях ветра. Все, они же не додумаются, да, ко мне прилететь. Все, они будут лететь по одному, я восстанавливаю джетпачок. Окей. Я не дурачок, восстановлю свой джетпачок. Улетаем. Тихо. Пацаны. Так, он один здесь, он один. Воспользуюсь случаем. Воспользуюсь случаем, чтобы умереть, правильно? Правильно. Так, ну давай следующего. Давай кого-нибудь еще. Главное, чтобы они вместе со мной полетели. Хотя бы один вместе со мной полетел. Во, вот этот дурачок, как раз я его пилил тут. Стругал. О! Молодец. Давай этих тогда. Теперь этих. Тихо, не надо так близко подходить, дистанцию соблюдаем. Дистанцию соблюдаем, там новая ковидная, типа, правило там вышло, все дела. Хотя не знаю, ну там что-то на этот счет еще заикались, но у них ничего не вышло. Есть прохождение, блядь. Запасной клон еще при мне, но это, я думаю, ненадолго. Добыто людей. Пока я с вами пижу, тут у кого-то подписчики растут, прикинь, 288 тысяч. Я хочу, чтобы у меня они также росли. А вы будете так расти, если я такие сложные челленджи снимаю и прохожу? Вы будете так расти? Если будете, то как бы, ну да, я как бы не против. И я как бы всем рад. Так, если у меня есть джетпачок, давай думать, если есть джетпачок, есть отражение стрел. В принципе, есть многие пассивные штучки. Стоит ли качать энергию, когда я уже на 6-м? Да, думаю, стоит, а куда деваться? Да, думаю, надо, пусть будет. Лишним не будет, давай так, 2 полоски энергии, это уже нифига себе. В таких челленджах каждый небольшой плюс к своему персонажу ты воспринимаешь как что-то... да, я понял. Да, я понял, что эта игра любит подставы. Ты будешь вылазить отсюда? Молодец. Заяца. Красавец. Не надо вставать. А ты тут один, да, совсем? Окей, иди пока что иглоукалыванием позанимайся. Здесь будет подстава, я в курсе, да, здорово. Алло, не понял. А где подстава? А вот подстава, вот подстава, пацаны. Идем подставляться сюда. О, первый пошел, второй подъехал. Так, а знаешь что? А я вот так вот, на ебца немножко вас, пацаны. Ну так, слегонца на ебца вас. Ну чисто техника фирменная. Фирменная техника. Так, мужики, алло, как ты выжил вообще? Как ты выжил в фул броне? Я опять его каким-то образом одним ударом разрубил. Я не знаю, как это у меня происходит. Я не знаю, как это получается. Это какие-то читы. Это какие-то читы, либо ебейшее везение. Так вы же не достанете мечи, правильно? Не достанут. Я прошел, да? Естественно! Еще бы я не прошел.
легко. Но видишь, я уже размялся. То есть на первом левеле, когда я вначале сдыхал, это я просто без разминочки. Тут разминка прошла. Но опять же, спойлерить не буду. 290 тысяч людей добыто. Охереть, они там... Слушай, опять закрытая арена. Опять какая-то задница. Покупать клона еще одного? Или в энергию пойти? Давай клона куплю. Еще одного клона. Перестрахуюсь просто как могу. Потому что на этих левелах, вообще на этих чептерах это можно. В третьем чептере начнется уже сюжетка, начнется задница, там какие-то битвы на кораблях. Там я уже так не смогу. Здесь я хотя бы смогу... Ну, второго также надо было. Сука. Прилетели твари. А, там еще пендельботы с ними за компашку. Неплохо. Но я одного огненного распилил, это уже достижение. Ну, это уже такое, на старте прям. Главное повыживать подольше. И как можно больше подамажить этих чушпанов. Окей. Две полосочки энергоса. Нормально. Так, ну здесь что из опасного? Здесь из опасного зелененький. Зелененького. И два зелененьких даже. Допустим. Так, ну мужики тогда. А давай сюда. Окей, я понял. Вам не слабо. Ну раз не слабо, давай тогда. Ну, блядь, что ж вы такие неудобные? Нормально, да? Да, хорошо. Давай этого, одноударным. Одноударным ванчочущим ударом. Давай по нему. Блин. Ну, сука. Ну, я бы не сказал, что здесь прям супер опасное лобби пацанов. Но такое комбо неприятное из-за пендельботов. Очень неприятное из-за пендельботов и джетпакеров. Как я уже говорил, тут самые неприятные враги — это пендельботы и джетпакеры. Все боты, которые могут меня догнать здесь и отыметь потом, то есть от которых я не смогу благополучно убежать, вот они все здесь супер опасность представляют. Этот еще фул броне, конечно же. Тихо, 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 тихо. Ну не напрягай меня так, ну не напрягай меня так. Я и так на эмоциях. На таких ебейших. Бля, он выживает. Он выживает до последнего. Он все соки из меня выжимает и сам выживает. Пожалуйста, не надо. Ну прекрати эти мучения, сучка. Я сейчас буду бомбить на тебя. Мы бомбито, гастрито, мы стрелято, пистолето. Оу, ес. Это был крик души. Он еще меня ебнул, ты представляешь? Он еще меня... Я его стругал 4 дня. 4 дня я его стругал. Так, ладно, нужно не расфокусироваться, бля. Я чувствую, что я потерял настрой. Я чувствую, я потерял настрой. И потерял клона. Не зря, кстати, еще одного запас, потому что, ну, реально. Просираю их только так. Это очень обидно. Я не должен был здесь клона просирать. Я проходил, в принципе, идеально. Вот что мешало. Вот что мешало без потери жизни вот так вот сделать. Бляха. Вот он меня сразу оприходовал. Он даже не задумывался. Чё здесь? Чё здесь? Бля, пилы. Ну, пилы, ладно. Пилы хер с ним. Ладно, куплю энергию. Куплю энергию. Нахер эту перестраховочку, пусть будет чуть побольше энергии. Хотя нахер мне она, тоже непонятно. Здесь же нельзя купить огненное дыхание, тогда куда я качаюсь? А что здесь? Ага, джетпаки и огненные лучники. Ну, комбинация стрёмненькая, стрёмненькая. Но она будет менее стрёмненькая, если я вот здесь буду танцевать. Пусть они сами идут. Если гора не идет к Магомеду, Магомед идет давать пизды. Ну, в моем случае Магомед, ну так, ушел на пенсию. Чисто вот рядом. Рядом с горочкой будет ошиваться. Да пошли вы нахер, козлы, со своими траекториями. Вы можете мне в упор смотреть в хлеблет и говорить спасибо за то, что еще живы. Во. Это я молодец, конечно. Это красавчик, правильно, правильно. Спасибо, спасибо. Спасибо, я знаю, что ты... Ну, я и не сомневался. Ты мог мне на этом не напоминать об этом. Я как бы... Я так знаю, что я красавец мужчина. Опа, ГГ. Тихо, тихо, тихо. Блядь. Нормально, нормально. Знаешь, такое у меня сегодня... Ну, ты понимаешь, да, почему я сейчас не супер активный? Потому что я гулял целый день. Гулял целый день, представляешь? И мне стало совестно из-за того, что я целый день гулял, вместо того, чтобы целый день записывать для тебя видосы. Поэтому решил посвятить, так сказать, свой недосып и ночь тебе. Представляешь? И будет очень обидно, если все это не выложится в итоге. Ну, если я не пройду, если я лох позорный. А как бы таким я быть не собираюсь. Ладно, куплю еще одного клона. В принципе, справляюсь. Справляюсь. Что дальше? Что дальше? Что дальше? Девятый, предпоследний. Что это? Я бы не сказал, что сложно. Ну что там, Спайдер-трон. Ну нам опять не показывают половину движухи. Ну давай куплю клона. Давай куплю. Но типа без учета того, что я сейчас собираюсь его просрать. То есть давай я пройду за эту жизнь. Но клон, если что, запасной будет.
Окей. Это сразу пошел на уворот. А что здесь вообще? А здесь... Ай, блядь! Меня застопорила эта куриная ножка. Сука, KFC. Ладно, здесь, в принципе, лучников сразу дисквал. Дисквал лучников происходит полнейший. Все, да? Да, все. По сути, остался спайдер-тварь. Спайдер-тварь, ну, ему ноги, пятки поотрубать. В принципе, этот сейчас ему еще пропишет своей волыной. Вот это было хорошо, только вставай! Вставай, беги! Вставай, если хочешь жить. Как же они часто махают, но они могут себе позволить, конечно, да. Чё бы часто не махать, когда можно часто... Нет, суки, я уехал. Я уеду жить в Лондон. Мы с тобою танцуем. Я, по-моему, 6 песен скрестил сейчас, правильно? Так, ты будешь падать? О, найс. Только не падай духом, Спайдер-трон, все-таки, да. Потому что если ты упадешь духом, я не знаю вообще, кто я. Тогда... Ну, мужики, все, давайте сражаться у лифта. Мне потом бежать опять после убийства. О, бегут. Они бегут ко мне. Ну ладно. Мне даже убивать вас не захотелось. Ну вот только вот этого гандона. Ну, он должен перед смертью меня попинать. Как следует. Перед его смертью причем. Не знаю, зачем оно ему. Не знаю, зачем. Так, все, тихо. Тихо, хорошо, что вы у лифта. Нет. Они все у лифта, а какой-то... Какой-то Иван Золик застрял здесь в текстурках. Мудила. Фух. Ну, как говорится, даже в клонах-дронах без Иван Золика никуда. Без Иван Золика не обойтись. Хотя я думал, что вот это Иван Золик, но оказался нет. Это оказался не Иван Золик. Десятый последний. У меня два клона запасных. Просто мудак, да? Закрытая арена и просто мудак. Возможно, их будет очень много. Что помогает против этих дурней? Огненный меч. Качаю. Я заслужил. Я заслужил. После стольких страданий я заслужил огненный меч. Давай. Допустим. Хорошо. Еще идут. Ну правильно. А что им еще делать, как не идти? Там еще джетпакер есть. Это ладно. Слушай, огненный меч хорошо помогает. Бляха. Не знаю, как выжил. Не знаю, как выжил. Просто, наверное, повезло. Не, огненный меч помогает, но что-то они все равно не выключаются. Бля, ну ты что делаешь? Он замахивается, вперед бьет. А потом вот так, опа. И нихуя себе. Даже я так не умею. Ладно, у меня еще есть два чувачка запасных. Два запасных чувачка. Если бы они шли куда-то ко мне потом в будущее в плюс, то тогда было бы реально обидно. А так типа похер. Сука, ну ладно. Расслабляться с вами не расслабишься, конечно. А хотелось бы мне расслабиться. Все-таки последний левел, дайте отдохнуть. Последний левел в этом чептере, но нифига не последний, потому что я не прошел даже половину, получается, сюжетки. Даже половину. И причем это же быстрая сюжетка считается. Там же потом дальше дольше будет. Так, а что? А, все, опять. Так, жатва подходит к концу. Пора жечь всех людей на космической станции. Будет здорово. Да будет вообще веселуха, мужики. Потому что я в этом не... А, прикинь, я забыл про это. Я уже хотел его распилить, а это мой спаситель, представляешь? Город, конечно, красивый. Кто-то вот как раз-таки построил такую карту этого города. И я даже на ней рубился с подписчиками, прикинь. Видос можешь найти в плейлисте по клонам. Там, в принципе, по-моему, на превьюшке эта карта, если я не ошибаюсь. Ну, найдешь, там типа рублю подписчиков в клонах. И вот, да, здорово. Одинаковые дурачки. Сейчас начнется робо-пори. Но это нам не покажут. Это типа уже между собойчики. Так, жатва комплит, всех сожгли, все взорвалось. А что вот это за черт? Посмотри. Он похож на кого? Он похож на кого-то из этих, из миньонов. Типа, либо из Симпсонов на кого-нибудь. Я не то почти не смотрел. Ну, миньонов смотрел, кстати. Но давно, надо бы тоже пересмотреть, вспомнить. У Земли нет никаких шансов. Это я с тобой согласен. Черти в 2 часа ночи придумают пройти все на безумиями, всю сюжетку. Нет шансов у Земли. Человеческое оружие не сможет, естественно. Так, ну мы все еще можем остановить. Ты можешь как-то остановить свой пиздеж и дать мне поиграть в конце? Я не могу расслабляться на столько времени. Это Бурдж-Халифа, мужики. Дубай. Будущее. С ее помощью мы проникнем внутрь. Да, внутрь Дубая проникаем. Проникаем, будем лакшери жизнь оформлять. Будем жить там, тусоваться. Вот сейчас начнется реальная жопа, по идее, правильно? Так, а я могу прокачаться. А, мне дают мою старую прокачку. Плюс 2 очка, да? Ой, вот это прикольно. Вот это классно. Значит, я прокачу первого, прокачу второго.
Ну, во-первых, перезарядочка энергии, учитывая, что ты джетпакер. Ты будешь у меня, значит, жестким... Ты будешь у меня с огненышащим дыханием. Окей. Тихо. А ты у меня будешь конкретным этим... Ну, этим... Кем ты будешь? А кем ты хочешь быть? Ты будешь у меня, типа, 4 ячейки энергии не надо. Ты будешь у меня слэшером. Ты будешь прям... Жесткий меч. Следующий человек. И получается начать миссию. Ты будешь таким. Ух! Погнали. Взбодрились. Причесон моднявый поправили. И погнали. Я ничего не помню, что здесь меня ждет. А знание это уже половина победы. Поэтому я нихера не знаю. Нажмите Т, чтобы перенести создание. А я хочу перенести в того, кто, у кого есть огненное дыхание. Во, у него есть огненное дыхание, я пока за него поиграю. А слэшер с жестким огненным мечом пусть там всех разбирает, правильно? Правильно. Как тебя там арт-бандит? Брандит? Брендит? Чувак. Помню, как-то смотрел тебя. Получается, убираю здесь, убираю совсем, да? Бляха, роботы, приготовьтесь к бою. Так, ну вы давайте там готовьтесь с моим пацаном. Я как бы тут не хочу быть причастным особо. А все, да? А все, мой, типа, все? Мой лох? Ладно, подожди, а где огненные быстрые? Он огненного быстрого успел ушатать. В принципе, он забрал на себя самого жесткого типа. Остальные все остались черти. Поэтому хер с ним. Слушай, я еще играю за модельку. Я все это время играл за другой скин. Сейчас будет не особо привычно. Слушай, хорошо. А у меня же есть огненное дыхание. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Слушай, ну пацанчик мой, вот этот, которого сейчас собирают по запчастям, которого немножко разобрали, ну, на молекулы, он красавчик. Он вот этого огненного джетпукера, который там был, их, по-моему, там даже двое было, он всех их как-то забрать успел. Он сразу понимает, он расставил приоритеты. Я его для этого и создал, чтобы он убивал быстрых джетпатеров, а я потом разбирался с массовкой. У меня же есть огненное дыхание, в конце концов. Я же этот. Огонь. Я огонь, а ты тоже огонь. Мы не огонь, вода, мы не это. Опа. Теперь все быстрые джетпукеры. Окей, мой красавчик, мой лучший. Бляд, а вот сейчас все плохо. Ну давай, ну давай, сука. У тебя джетпак и у меня джетпак. У тебя скин, у тебя есть броня, у меня нет брони. Это как минимум было нечестно. Ну я побеждаю. Получается, подожди, а если я реально умру, я же умру, да? То есть если мой напарник мертв и я мертв, то это все дед с концами? Это дед с концами? Сука. Ну подождем. И такого грех не подождать, в принципе, он справляется, он отвлекает на себя. У меня энергия не успела восстановиться. Ты бы подольше шел, алло. Это он, кстати, предусмотрел. А я могу? Я могу в спектаторы летать, прикинь, я могу посмотреть, что меня ждет. Ага, меня ждут лучники, бля, ну это Зен, это Зен-коробочка 4, или как оно, ВХ. И Спайдер-трон. За кого здесь лучше играть? За жесткого мечника или за... Да, буду играть за своего. Так, ну погна. Ага. Здесь, значит, идешь сюда, и сразу начинается пиздос. Окей, посмотрите на лаву, люди. Да срал я на эту лаву. Прям туда и срал, поэтому там теперь лавовое озеро. Так, мужики. Ты чё, дурак? Я тебя тут восхвалял. Ладно, Спайдер-трон пока не стреляет. Я не хочу сглазить. Давайте, мужики, давайте. Разбираем друг друга. У вас это очень хорошо получается. Окей, отлично, отлично. Отлично, окей. Отражение стрел у меня имеется. Пинок у меня тоже имеется, поэтому ты идешь нахер. Ты идешь туда же. Окей, остается Спайдер-трончик. Остается Спайдер-трончик. А там же потом четвертый чептер на безумии. Это же вообще ужасы, правильно? Там же космический корабль, там же переносы разума начинаются. Там же начинается задница. Окей, нашего собрали. Так, перед началом. Да вроде ничего. Трое, тройничок. Так у меня есть огненное дыхание на такой случай. Я как бы тоже не лошок. Я подготовился к таким сюрпризам. Проходится пока. Ну пока что изи. Я не хочу сглаживать, но пока изи. Меня вообще не закоцали. Ну сейчас, блядь, сейчас все закончится. Сейчас все закончится, буду два челленджа заново повторять. Бляха, я сегодня не буду спать. Так, что меня ждет? Что меня ждет? Включаю, да, включаю читы. А что поделать? Где оно? А где оно? А что меня ждет? Прикинь, еще локация не успела создаться. Это я типа по лифту должен подняться. А сейчас создалась? Бля, еще не создалась. А где? Вот сейчас, да? О! Создали локейшн. Хорош. Прогрузили. Так, значит, здесь меня ждет раптор. Два чувачка. Изи. Изи каточка, потому что у меня есть огонь. Где выход? Вот здесь. Все, погнали. Давай вместе вот так будем свистеть.
И мой сейчас еще раз справится. У него же жесткий огненный меч. Правильно. Правильно. Хорош. Давай его. Давай его. Доруби до конца. Доруби до конца. А почему он его спавнит без брони? Это нечестно. Мы тоже должны быть броней. Он ему всю броню сковырнул. Так, слышу? Бляха. На, не, он молодец. Ай-яй-яй. Дальше еще что-то. Дальше просто... А, подожди. Просто огненные рапторы лучники. Это проходимо. Это мы проходили. Так, мы его деднули. Дедли слэшерили. Дедли отъебашили. Дедли паркур челлендж випонли. Это с ним все оформили. Так, окей, огнедышалка у меня закончилась. Ну, я думаю, я их распилю, нет? Ты думаешь, я сейчас... Прикинь, вот один он меня убивает, и все, конец получается. Конец всему. Наступает конец всему. Но я не верю в это. Но это невозможно, как минимум. Это как минимум какая-то херня, правильно? Я согласен с тобой. Есть прохождение, есть прохождение. Сейчас будет какой-то взрыв, сейчас что-то вот здесь бомбанет. Я вот это помню. Это может даже не спойлерить, это я помню. Ну, где бабам? Где бада-бо, бад-бэмс, бад-бэм. Она здесь мины свои отложила, прикинь, яйца обронила свои. Ну, это капитанша, которая. Звучит странно, я знаю, но так оно есть. А мне в дырочку, мне в дырочку. Нам вместе с ним в дырочку. Окей, в двойное проникновение получается. Нужна броня? Ты читаешь мысли, я забыл про тебя. Конечно, нужна, естественно. И другальку моему выдай. А мой другалек сам не догадается, поэтому я в него усилюсь и тоже себе дам броню. Все хорошо. Бля, как хорошо, что я огненное дыхание додумался прокачать. Надо играть с мозгами. Так, этот лифт, который нас подымет еще куда-то. Алло. Все. И куда? И куда? Ага, не прогрузилось еще нихера. Понятно. Ну, лифты как прогрузка локации. Это тема заезженная, это тема старая. Это уже все выучено. Окей, прогрузился гигантский лазерный маяк. Здесь... А, ну это изично. Это изично. Здесь сейчас все полетят в этот гигантский лазерный столб. Главное, чтобы мой дурик тоже не полетел туда. Это будет уже не смешно. Это будет уже совсем не смешно. Так, ну допустим. Допустим, отлетаем. Туда же. Этот умирает. Главное, чтобы ни один лучник не забагался. И вот он упал, да? Куда вот он упал? Ну, я надеюсь, он упал с концами. Я надеюсь, он там не выживет. Там же, по идее, скат вниз идет. Но в прошлый раз, когда мы играли все вместе, там какой-то баг случился. И пришлось лично этого лучика добивать, представляешь? И типа я на этом очень много жизней просрал. Но сейчас все идеально. Сука, можно четвертый чептер будет такой же? Я же помню, что там жопа будет, что там будет 40 тысяч копейщиков. А мне ждать своего, да, другалька? А он дойдет хоть? Слушай, давай вот так вот. Ой, блядь. А у него тут тяжелая ситуация. Если бы я не вмешался, я боюсь, он бы сам из нее не выкрутился. Ты куда пошел? Ты куда пошел? Нам сюда. Ты же дойдешь, правильно, пупсик? Хорошо, он доходит. Теперь вот так вот. Никуда не уходи, нам сюда не надо, сука, что ж ты такой суетливый. Так, куда нам? Куда нам? Что там, прогрузилось? Что там, где там? По-моему, прогрузилось все, да. Что здесь будет? Ну, я имею право пользоваться такими читами. Ну, я, понимаешь, я же клон-дрон. У меня тоже есть дрон-квадрокоптер. Вот пока мы поднимаемся по лифту, я его выпускаю, и он смотрит, что меня ждет. Все правильно, все честно, я считаю. Все честно, все по канону. Это же будущее, тут же есть квадрики. Ну, которые не квадроциклы, которые... И не квадроберы, которые квадрокоптеры. Блядь. Да иди ты нахер! Сука, вот зеленый бесит меня. Скоро зеленый цвет будет моим нелюбимым. Хотя я люблю зеленый. Я люблю зеленый, как же тебе повезло. Но я не люблю тебя. И цвет тут ни при чем. Так, а здесь что будет? А здесь что будет? Здесь что-то какой-то подозрительно длинный коридор. Или это просто проход к лифту? Когда-то же начнется вот эта битва с паучихами, с чиф-капитанами. Там же будут лазеры, правильно? Алло. О. Фу, я думал баг. Чё ждет? А, вот! Все предугадано было. Мужичок, не попадай под лазер, пожалуйста. Здесь они очень захотят, чтобы ты под лазер попал. Но ты не попадай, не будь дураком. Минус 2, я так понял, да? Не, минус 1. Обидно. Окей. Так, а где мой? Я один остался, один на один. Судьбой. Ну как так? Как не минус? Как не минус? Ладно, давай копить энергию. Давай копить энергию. У меня есть огненное дыхание. Что они сделают? Вот, могут насрать этими бомбочками. Это очень неприятно. Где вторая? Сука, они разошлись. Давай, юзай лазер. Юзай лазер, хорош. Как-то все не очень происходит. Ладно, я накопил огонь.
Я накопил огонь. Я насмердил огнем. Все, выключил, выключил дуреху. Тихо. Погнали. Работает! Идите сюда, сюда, я перебещу вас, ражу. Моя твоя. Моя твоя. Подождите, готово. Че, я прошел третий, получается? Получается, я третий прошел? Бляха. Ну потому... Это не страшно, это все консены, я не проиграл, все честно, все нормально. Да, он сейчас нас поджарит там. Да, сейчас он скажет, не те люди, идите вы нахер на блюде. Эмиля Блюм. А кто эти люди? Вот что это? Это ошибочка, которая у меня вылазит каждый раз в клондроне, да, когда я пытаюсь в редактор левелов зайти? Но теперь я вижу тебя. Ты видишь меня, который сколько сейчас уже? Сейчас уже 3 часа ночи, 3 часа ночи 30 минут. Я тут до 5 утра, да? Это если я не буду умирать. Больше. А чё, все потемнело? Кто свет вырубил? А, это мы типа им пообрубали провода. Окей, идет какое-то удаление файлов. Может это удаление файлов идти быстрее, потому что тут свет выключили. Я тоже хочу свет выключить и спать пойти. Они включили его. А, я же музыку выключил в клонах. Вот почему все так неэмоционально происходит. Там же музло должно ебейше звучать. Так, вот этот самый левел про переносы разума в корабле. Вот это будет задница. И пятый же чептер тоже задница. И все это вместе задница. Потому что здесь я буду играть не за обычных чувачков. Конец главы, продолжить. Фу, так, я прошел больше половины, получается. Сейчас будет четвертый. На безумиуме. И потом пятый на безумиуме. А чё я такой моднявый? А чё я такой моднявый? Это потому что у меня скин такой моднявый? Тупица. Согласен, мать. Согласен, мать. Не спорю. Логистика отбрать этого мерзавца в самое темное хранилище. Да, сука. Да пусть он выспится хотя бы. Самое темное, самое звукоизолирующее. Чтобы дофамин вырабатывался в темноте. Спать надо ночью, чтобы не было лишних источников света, если ты не знал. Типа при этом вырабатывается какой-то гормон счастья, который типа тебе помогает. Ну не убивайте, мужики, мне сейчас заново проходить, то мужики. Окей, выполнить процедуру. А там сзади я даже не хочу смотреть, что происходит. Сзади меня уже встречают. Так, окей. Все, сейчас давай без шуток. Сейчас давай на концентрейшн. Допустим. А ты думал, я не умею быть серьезным? Еще рано, конечно, это говорить. Бля, сейчас тебя наотрубаю тут чувачкам ноги. Потом стану одним из них. Будет веселуха. Кишки свои уберите, они мешают мне сражаться. Хотя что ему мешает умереть? Наверное, лишний вес. У меня 4 жизни. 4, мать его, жизни у меня. Блядь. Окей. Да допились ты! Окей. А чё ты стреляешь? А, он красный. А почему он не огненный? Я уж привык к огненным. Я привык, что других ко мне даже не запихивают. А это потому, что если он меня убьет, я не стану огненным. Я стану ложком. Вот на это и был весь расчет, понимаешь? Блять, а ты откуда здесь? Ты откуда здесь? Ну иди ко мне тогда, хули там. Хули там, тут уже вся твоя братва лежит. Давай вместе к ней подсоединяйся. О, идет типок. Окей. А
А ты говорил. А ты говорил, Колян не может. А сейчас же будет коридор с лучниками, да? Это же он сейчас будет. Да, вот сейчас будет коридор с лучниками огненными. А какие это пройду? А кто знает? Пристрелите дурачка этого. Конечно. Расскажешь. В батю своего постреляй. О! О! Окей. Вот я за этого согласен хуячить. Я за этого согласен ебашить. Теперь тихо. Теперь выключи. Выключи мозг. И делай так. Я не знал. Честно. Я не знал. Мудила. Мудила. Ай-яй-яй, сука, это был мой последний реактор. Ты ж, блядь, ты ж. О, нет! Это тот самый последний лучник, который стрелял тут до скончания времен. Я еще думал, как когда я их всех убью, мне же к нему возвращаться надо будет. Ну, за него как будто приятно играть, но это же нифига не так. Он же без джетпака. Он же без. Блять, ну иди ко мне на мою территорию, хули там. Раз ты так хочешь. Блять, ты настолько, да? Ты настолько не пойдешь на компромиссы со мной. Блять. Ой, дурак. Ой, дурак, сука. Молочек. Бля, ну за тебя было приятнее играть, скажу честно. Какой-то хер в меня попал. Теперь мне за него проходить. А здесь чекпоинт будет. Здесь будет чекпоинт. Здесь будет чекпоинт. Правильно? Правильно? Я прав? Нет? Здесь чекпоинт должен быть. Сука! Сука! Они насылают на меня, ребят! Но здесь будет чекпоинт. Нет, здесь должен быть чекпоинт. Здесь не будет чекпоинта, да? Сука, ну где-то же должен быть чекпоинт. Ну, если где-то он есть, то не здесь. Бляха. Выходите по одному. По одному реально выходят. Сука. Ну, типа, не особо по одному так-то. Ой-ой-ой. Я знаю, что мало комментариев, может тебе это скучновато смотреть, но ты не представляешь, насколько я сконцентрирован. Ебахтунг. Это уже что-то на немецком. И теперь мне куда-то вот сюда, правильно? Вот этот, в мусоропривод тоже. Как и остальным дурачкам. Сюда мне, да? Да. Дайте чекпоинт, суки. Ну дайте, пожалуйста. Хотя у меня осталось две жизни, но все равно я очень хочу чекпоинт. Я переживаю за эти две жизни больше, чем за свою личную одну. Поэтому, пожалуйста, дайте. Ну я реально, если я потеряю их, я, скорее всего, что-нибудь с собой сделаю. Поэтому очень желательно дать мне чекпоинт. Это правильное решение было. Я сейчас тут всех проебу. Всех прохуячу здесь. Хотя здесь, в принципе, вот эти быстрые. И эти отражатели, которых можно напнуть. Тут всех можно напнуть. Ништякова. И он не сдох. Нет, он сдох, он сдох, он сдох. Все в порядке. Лишний раз не нервничаем. Это вредно. Сука, спас его, смотри. Друга лег. Блять! Не, ну одним из них я становился. Ну хотя они отражают стрелы, в принципе. Так-то неплохие ребята. Ай-яй-яй, просрал энергию. Бежим. Просто бежим. По одному. По одному прицелимся хорошенько и вжарим. Четвером вам нормально гулять? Сука, ну пришлось зачаржиться. Я же еще за лучника, здесь чаржиться небезопасно. Ну как, нежелательно. Потому что мои чарджи это мои стрелы. Да, сука. Ну бляха. Ну придется стрелу просрать. Бляха, опять придется стрелу просрать. Я не виноват, что я такой. Окей, остался последний. Фу, я это сделал. Я не просрал жизнь на ложках. Становиться одним из этих ложков я не собираться. От слова совсем. Лучше уж лучником. Может мне подождать, пока энергия восстановится? Здесь будут рапторы, в принципе. Чё бояться? Правильно? Пошел ты нахер!
Да, это было обман. А я же не догадался. Я же дурик совсем. Такой же, как и ты, правильно? Блять, ну с уворотами у тебя проблем нет, конечно. Окей. Окей, второго туда. Нормально. Работаем. Опа, там еще и третий подъехал. А я не думал, что вас трое. Давай еще раз так. Да еще раз. Хорошо. Тихо. По одному. Тихо, экономим. Четвертый! Фух, вот это я вообще сейчас нежданчик. Главное не стать раптором. Поэтому раптора нужно ликвидировать. Я очень не хочу становиться раптором. Дядь! Держим себя в руках. Не надо. Ну, блядь. Как же это сложно. С ними еще себя в руках держать при этом. Да и он не сдохнет. Он не сдохнет. Отлично. Ладно, хотя бы минусанул дурачка. Куда ни шло. Yes! Yes, блядь! Прыгнул, прыгнул, прикинь. Прыгнул, мудак. Прыгнул, мудитель. Мудитель, вот это, слушайте, лутайте название для фильма нового. Какого-нибудь триллера, мудитель. Скорее всего, экшен-боевика. Да ты чё, я это сделал за лучника. Я серьезно, я это смог за лучника сделать. Всю энергию не тратим, энергию восстанавливаем. Пока что я подаю надежды. Нет. А я могу? Не говори, что там невидимая стена. Нет, там нет невидимой стены. Окей. Куда ни шло. Куда ни шло. Отлично, 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 отлично. Не надо. Мне тут бомбочку подложили. И даже не в ванну. Этот мудила прыгнул. Этот мудак прыгнул. Он знает, насколько я редко могу стрелять. Отлично. Молодцы, молодцы, пацаны. Я новый язык выучу, и ты тоже вместе со мной выучишь, пока играешь. Пока я играю, ты смотришь это видео. Потому что я путаю все слова, язык заплетается, я забыл, как выговаривать вообще ленгвичи. Типа, я даже не знаю, какой мой ленгвич. Я не знаю, на каком языке я с тобой говорю. Я тебе серьезно это говорю сейчас. Я просто не понимаю. Ну хорош, давай ебаш. Давай ебаш. Я не знаю, куда тебя выстрелить, чтобы ты сдох. Я тебя стреляю в... по яйцам. У тебя яйца бронированы. Не, нормально. Пробил его бронетруханы. Слушай, за лучника. Получается, за лучника играю, а чё? А чё, собственно, дед? Нормально работаю. Во. Прорабатываю. Красиво. Ты понимаешь, да, уровень моей мотивации? Просто за обычного лохотрона лучика тут сражаюсь. У меня 5 жизней еще. Ну, 5 жизней это, ну, их можно просрать за секунду. Тут это такой челлендж, где можно 3 жизни просрать просто щелчком. В мессиве. Ага, они все смотрят кинцо. Окей, они все больше не смотрят кинцо, но я избавился от одного противника. Что уже неплохо. Зачем я это сделал? Я не специально, честно тебе говорю. Что случилось? Что случилось? А, это там типок проиграл, представляешь? Ну это какой-то новичок, зашел первый раз в игру, играть не умеет, понятно все с ним. Его даже не жалко, в принципе. Хотя все мы когда-то начинали с этих чушков. Слушай, они ко мне не пойдут, правильно? Значит, я потихонечку. Это будет самый долгий, самый муторный челлендж. Еще же битву с императором надо вывести. Но это я слишком вперед забегаю, я как будто уже все прошел. Ни хера же не так. Я же ни хера еще не прошел. Мне же еще играть и играть здесь. Ладно, остались опять эти дурни, только они тут еще и в броне. И это вообще не веселуха. Их очень много. Пожалуйста, жизнь оборвалась, но это не значит, что все, конец. То есть, ну, жизнь оборвалась, но она начинается заново. Она начинается заново до другого пиздюшка. Да, я не хотел им становиться, но он хотя бы фул броне, че? Тоже неплохо. Блядь. Ну вот, броня засейвила меня, может быть, немножко. Чуть-чуть, самую малость. Сучары такие. Энергия, конечно, долго восстанавливается. Но на лучнике она восстанавливалась не быстрее. Кстати, не знаю почему. Лучник типа понтовый должен быть. Но она на нем быстрее не восстанавливалась.
Одну жизнь просрачил. Окей, сойдет. Где следующий чекпоинт? У меня 4 жизни. Боевой протокол корабля запущен. А это атакуют типа нас, да? А у меня есть отражение стрел, блядь. Но у меня нету самих стрел, а раньше были стрелы. Поэтому с раптором придется танцевать. Это что я? А это где я? Окей, нормально, живой. Окей, сойдет живой. Слушай, а в момент, когда корабль будет бить, я могу отражать? Вот это подстава подстав! Вот это я понял. Да, да, окей. Я стану тобой без проблем. Только больше никем я становиться не собираюсь, 3 жизни осталось. Тихо. Окей. Бляха, был бы я еще таким же огненным, только с луком. Было бы вот так классно. Это вообще мой любимый тут персонажик, получается. Огненный с луком. Самый крутой из ботов таких маленьких. Ну, помимо императоров и других больших мишеней. Вот из маленьких ботов, в кого можно вселиться, это огненный мечник с луком. Это, скорее всего, даже огненный лучник с мечом. Блядь, как я устал с тобой базарить. Сука, ну я это пройду. Это будет самый сонный, самый заспанный челлендж, но я это сделаю. Чекпоинты. Мне восстановили жизни. А это значит, что последний этап. Что-то последний жесткий этап. А, с ним можно не файтиться. Мы, в принципе, отправляемся в космос. Тут, типа, пальба, эпичный музон, но ты его не услышишь, потому что музыку я отключу. Я его могу включить, но я боюсь, сейчас ее включу, она меня будет сбивать, путать, мешать. И я не услышу чего-то важного. Слушай, мне восстановили чекпоинты. С одной стороны, это весело и классно, с другой стороны, ты понимаешь, что тебе их восстановили. Ну, типа, чтоб ты их тратил. Все, меня присосало к поверхности, и сейчас вот эти дурни пойдут мне делать больно. Но у меня хотя бы огненный меч. Как они смешно это делают, это, конечно, да. А я не могу чаржиться? Не, могу чаржиться, я не могу прыгать. Окей, но они тоже не могут прыгать. В принципе, это огромный плюс к тактике. То есть они реально не могут прыгать, получается, они не могут увернуться от моих ударов нормально. Просто прямым ударом бьешь, и все красиво. Тихо. Главное, что чаржи можно юзать. Смотри, вот эта механика офигенная. Я знаю, что ее легко было сделать. Ну, типа, добавив объектом после смерти, добавить им невесомость. Это было классно. То есть, ну, в движке это делается быстро. Ну, слушай, продумка хорошая. А я могу так же, как они, по стенам ходить? Скорее всего, нет. Так, эти, кстати, по мне стреляют, а я же умею отражать. Я прям в них умею отражать. Бля, за мной тут летят. Меня тут хотят. Не, одним из этих становиться не хочу вообще. Вообще не хочу. Да, у них есть джетпак. Тихо, тихо, тихо. Ноге больно, ноге больно. Больно в ноге. Разлетелись. Тебя слышно, да, как я шаркаю? Сука, не шаркай, ноги выше подымай, как учил. Как учил дед. Или кто тебя там учил? Кто тебя учил? Кто учил робота выше поднимать ноги, чтобы не шаркать по космическому кораблю и по галактической поверхности? Не знаю, но кто-нибудь учил по-любому. Давай, in the last one. Получается, не потратил ни жизни. Рассыпайся на космический мусор. Все, пошел отсюда. Но это, если честно, самый перспективный вариант, в кого можно вселиться. То есть у него и меч, и отражение стрел. Возможно, у него нету отражения стрел в противников. Но это не так важно. Это не супер полезная вещь, на самом деле. Так, а с вот этими что я буду делать? Их четверо, сука. Походу, буду становиться одним из них. Да... Погнали. Ну, я попробую что-то сделать. Я не могу тут прыгать, понимаешь, в чем прикол? Тактика, которую я юзал против них, была с прыжками связана. Блять, ну еще напните меня, черти, паскуды. Еще ногу мне отпили. Мне же... А прикинь, без ноги? А как я без ноги? Подожди, он же без ноги здесь прыгает. Он прыгает! Он отталкивается от поверхности прыжком. А почему я тогда полностью прыгать не могу? Что за несправедливость? Но я сейчас стану все равно кем-то из них. Но я должен все равно их рубить. Вот, я тебе об этом говорю. Я тебе об этом. Я стал, кстати, перспективным мужчиной. Это лучше, чем стать вот этим дурачком. Окей, нормально, я покончу с этим. Кто мне это говорит? Покажись, пожалуйста, покажи. Покажи лицо того, кого я буду уничтожать. А сколько? А, там эти, хаммерботы. Слушай, я думаю, с ними будет не сильно сложно. Мы как собаки, которые лают 3 часа друг на друга, потом забор поднимают, и мы уже типа не особо хотим файтиться. Как же долго до вас бежать, пацаны? Сука, вы бы хоть доставкой вас заказали. Бежать реально заколебешься. Ну, слушай, держишь дистанцию и кыляешь. Держишь дистанцию и кыляешь. И нормально. То есть они замахиваются, ты отступаешь. Держишь дистанцию и кыляешь. Даже в рифму. Охеренно!
просрачил одну жизнь, но я думаю, это сопоставимо. То есть на один мини-этап просрачиваем одну жизнь. Это хорошо. Главное не просрачивать их все и сразу. Ну погнали. Понимаешь, вот какие-то креативные шуточки сюда вкладывать, я уже не соображаю, я уже не понимаю, что происходит. И главное, чтобы ты оставался со мной до этого момента. А, опять чекпоинт? Ты, получается, я настолько красавчик? Одну жизнь потратил на все? И уже чекпоинт? А, ну тогда я молодец. Но это опять же меня не успокаивает. Я думал, это последний чекпоинт. А это нифига... Бля, не последний чекпоинт. Тогда тихо, сосредоточение надо включить, потому что здесь можно все просрачить. Я правильно понял, да? Я правильно понял? Здесь можно все просрачить. Здесь у вас все просирают, правильно? Это приемная просера? Это она, походу. Блять, ну не... Кто бы сомневался? А кто бы, сука, сомневался? Пошел нахер, тебя твоим же ударом ушатаю. Ладно, просрал сразу жизнь. Просрал сразу жизнь, но это не говорит о том, что я просру их сразу потом все. Это вообще ни о чем не говорит. А Спайдер-трон вообще не хочет выпендриваться. Он думает, не будет пытаться помешать, то есть его не тронут. Но мне нужно его потрогать, чтобы мне двери открылись. Ну, как бы сам понимаешь. Полностью ливнуть с файта я не могу. А кто за мной вышел? А, я тебя понял. У него, кстати, есть меч. Все, окей, окей, три жизни осталось. Типа все плохо, да? Но с другой стороны, все за ебца. Я стал тем, кем хотел. У него еще отражение стрел имеется в наличии. Поэтому у него все зашибись. Это тот чувачок, которым я хотел быть. Хотел стать. Ну, типа такая мотивационная речь жуткая. Если он еще и отражает в своих, ну, в чужих. Ну, ты понял. В его случае в своих. То это вообще имбища конченая. Имбища конченая. Отлично. Пошел нахер. Счастливого пути. Ладно, сука, два этапа пройдено, две жизни просрачено. Но это не сильно плохо, правильно? Ну успокой меня, скажи, что это нормально. Напиши в комментах, что это сойдет. Пойдет, ладно, окей. Блядство. Блядь. Мудилы. Такие. Последние здесь собрались. Не... В кого меня? В Раптора? Блять, ну нет! Ну нет же, сука! Я первый пинал! Я первый пинался! Не ври мне! Игра! Неужели я за Раптора тут допрохожу? А чё? Чё, поговорим как Спайдер-трон с Раптором, да? Неплохо я тебе, да? А я сэ как еще могу? Вертушечку прописать такую конкретную тебе. Да ты подкекал мне под конец! Беги! Сука. Сейчас бы шрапнелью еще раптора лишат. Вся. Две жизни осталось, там джетпакеры. Две жизни, там джетпакеры. И здесь джетпакеры. А, это свои? Нет, это не свои, нихера. А че вы друг друга ебашите? Вы должны быть заодно. Так, ладно, встречи здесь не предусмотренные. Да я заранее пинаю, чтобы ты на меня полетел, а ты решаешь на меня не лететь. Бля, как ты меня напнул-то вообще? Я раптор, как меня пинают, сука. Я должен не напинывающимся быть. Не пинающимся. Здесь какой-то неебический долгий кулдаун после пинка. Ну, теперь я не могу быстро пинать постоянно много. А то было бы хорошо. Окей. Окей. Окей, вот, кстати, молотобойцы в этом случае поопаснее будут, чем копейщики. Молотобойцы побольше шуму могут раптору сделать. Побольше шороха навести, но я пока мансую. Бляха, за раптора выживаю. Под конец, сука. Хорошо, друг друга забираете. Ну, когда же уже... Кто меня напнул? Кто успел? Блять. Блять. Ну можно мы как-нибудь в одно село все? Да ты заебешь меня! Где я? Я могу пинать? Для пинка нужны обе ноги. Это же, это сейчас баг? А, у меня нет хвоста. У меня нет хвоста, мне пишут, для пинка нужны обе ноги. Ну понятно. Ну сейчас еще убей меня, конечно. Сука, я не могу пинать, я теперь вообще практически бесполезный. Вот что это было за огненное дыхание курильщика? Кто тебя дышать учил огнем-то, мудила? Ты даже пинаться не можешь. Ты ничего не можешь, ты... Вот надо ему повыебываться, башкой покрутить, где-то грациозным побыть. А то у противника ты не попадаешь своей струей, тебе насрать. Вот копейщик попадает, копейщик молодец, бери пример с копейщика, сука.
Ну задохнешь ты! А если бы мы друг друга убили, представляешь? Это получается все, не в кого вселиться, челлендж заканчивается. Ладно, у меня еще две жизни. У меня еще две жизни, я как-то за раптора засейвил. А, это чекпоинт машина, прикинь. Меня дадут чекпоинт сейчас. Фу, продержался, бляха. Продержался, бляха. А смысл? Че, я раптор? Я раптор, моя судьба херова. Я не попадаю огнем в упор. Я не могу пинать. Кто я, сука? Ну, у него тоже не особо веселая жизнь. Ну, у меня не намного веселее. Окей, это финальный поединок, я правильно понял? Так, мужики, я подкоплю харизму сейчас, подождите. 4 полосочки харизмы мне надо. Потому что это похоже на тронный зал, типа финальный бой. А никто ко мне не спустится. То есть это вот реально два лучника и вот эти копейщики, но я не верю. А что, так просто? Ну, погнали, мужики, раздача, раздача. Я типа огнемет местный. Как в Far Cry. Бляха, сейчас бы пинаться уметь, я бы прям сейчас всех. Я бы все село сейчас сюда напнул. А так я сейчас стану лучником первого уровня, будет весело. А я ведь реально сейчас стану лучником первого уровня. Они попадут, я тебе 100% говорю. Учитывая, что мне нужно сейчас свою дыхалку копить 3 недели, то они попадут быстрее, конечно. Окей, ладно, 2 минус. Ну слушай, одноногим марк первого уровня я тоже становиться не хочу, поэтому желательно... Сейчас даже с ними быстрее разобраться. Уж лучше быть лучником марк первого уровня, чем мечником марк первого уровня. Стрела летит. Бляха, мимо. Окей. Нет. Тобой точно становиться не хочу. Вот что хочешь делай, тобой остановиться не собираюсь. Так, окей. Ну только попробуй меня убить, сука. Я тебе это не прощу. Я не прощу тебе этого говна. Но мне чекпоинты восстановили не просто так, чтобы я так быстро все прошел, правильно? Там же дальше что-то есть, правильно? Правильно, правильно. Конечно же. Сука, а раптор в трубу вместится? Да вроде нормально, хвост торчит, правда, больно. И это я сейчас перехожу в финальную комнату. И плюс у меня успевает энергос мой восстановиться. Все неплохо. Опача. I'm in the house. Так, что меня здесь ждет? Меня здесь ждет, собственно, паучиха, анализ боты... И всякая поебота первого уровня, которую надо ликвидировать сейчас в самом начале, чтобы я не становился одной из них. Но я же встану по-любому. Я же еще пинаться не могу. У меня еще все печально. У меня по жизни все очень печально. Паучихой стать. Кстати, как вариант раскидать потом тут всех. Я же могу стать паучихой, да? Я могу отдаться сейчас паучихе и стать паучихой. Это было бы очень неплохо. Но я сначала с лучниками сейчас завершу, потому что лучниками становиться я точно не собираюсь. Тихо. То есть, если меня убьет паучиха, даже не особо обидно. Только я знаешь, что боюсь? Я боюсь, тут сделали так, что я паучихой стать не могу. Ну, типа, было бы слишком читерски. То есть, слишком просто было бы реально. Поэтому... Не надо! Я видел, как он хотел засадить мне прям в челлендж. В челлендж, блядь, в челюсть. Ты понимаешь, да, уже мой уровень? Мой уровень соображения и понимания ситуации. Все, сука, Раптор против Чиф Капитейна остались 1 на 1. Че ты мне предложишь? Высер свой вот этот бомбический? Может быть, да. Погнали. Работаю, сука. Как тебе? Нормально, согласен. Давай еще. Как тебе такое? Отжигаешь? Думаешь, ты победил? Отшибаешься. Мы типа аналитики. Мы сейчас будем анализировать. Вот этот будет сейчас спавнить мудозвонов. Нужно уничтожить желтенького. Потому что желтенький может спавнить постоянно ребят, в которых я буду вселяться. И это типа максимально ужасно. Это прям отвратительно. Блядь. Блядь. Пинают, суки. Что за дискредитация раптеров происходит в прямом эфире. Желтого, 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 желтого. Сука. Выжил как-то. Я так и знал. Я так и знал. Почему-то я 100% был уверен в этом. Ладно. Желтый минус. Желтый минус. В принципе, у меня жизни столько. Если я могу вселяться в этих дурачков, то у меня жизни достаточно, чтобы победить здесь, получается. Правильно? Ушел. Ай-яй-яй, не надо такого делать. Ну, блин, почему сейчас меч не взмахнул меня? Сейчас меня меч поставил, ну ладно, я все равно продержался. Ну давай завершим челлендж, давай. Слушай, я так спать хочу. А впереди еще 5-й. Там же еще битва с кораблями, которые можно просрать. Она же считается за просер, правильно, битва на кораблях? По-моему, она считается 100%, да, ты скажешь мне? То есть, если я просру, я должен все сначала начинать. Да идешь ты нахер, понял, с такими приколами? Ай-яй-яй. А сейчас мне скажут, что я не могу вселиться в одного из этих, если я умираю за вот этого дурачка. Да, то я становлюсь одним из этих синих дурачков. Окей, тогда умирать нельзя. Блять.
Сказал я это и лишился ноги. Весело. Мне жить. Сука. Понял, ты понял, да, почему я не могу стать чиф-капитаном? Вот именно по этой херне. Я не могу с ним договориться. Еще этот лучник в тайминге стреляет. Все время в тайминге. Четенько в тайминге. Блядь, и этот начал дышать. Это самая мерзкая тема. Вот лучник и мечник. Лучник и меч. Хорошо. Остался ты один. С тобой будет долго. С тобой будет сложно. Не спорю. Не спорю, сука. Но я тебя доковыряю. Не обессудь, я тебя доковыряю. У тебя уже нету хлебала. А вот у тебя уже нету ничего. Как у меня. Ты оставил меня без ноги. Но ты не оставил меня без моей... Чего? Хотел сказать что-то эпичное, но он все равно не услышит. Поэтому что мне распинаться? Летящий походкой. Он шел к успеху. Такие боты. Боты. У меня даже воды нету, сука. Да, пятый чаптер, ошалеть, продолжить. Давай быстрее закончим с этим, пожалуйста. Я не помню, кстати, что там было в пятом чаптере, но там же сложно, там же будет реальная задница. Ну давай попробую, хули нет. Сейчас надо будет еще пройти вступление. Еба-да-баду. Ебашим. Я отлетаю. Здорово. Я вот это, сарделька, блядь. Со мной говорит корабль. Правильно, все. Все в порядке. Ничего необычного, мужики. Просто в 2 часа ночи пилюкло. Почему я говорю до сих пор 2 часа ночи? Уже 4 часа ночи до сих пор играю в клонов. Ничего необычного, со мной разговаривает корабль. Может мне поспать, потом продолжить? Да не, я должен завершить свой путь до конца. Я должен... В ущерб здоровью, так сказать. Доиграть в это дерьмо. Ну я должен пройти этот челлендж. Этот челлендж надо было пройти. С первого левела до пятого. Сюжетка безумием. Это лучший челлендж, который можно было придумать. Если я заруиню его на пятом, на битве с кораблями, это будет абзац. Поэтому да, тренируемся. Вот лазеры, да, лазеры исправно работают. Вот кометы, вот петарды. Все работает хорошо, запускай меня на космический флот. Все, приближаются враждебные корабли. Откуда? Где? Ты какого хера меня обучаешь опять? Да, окей, ракеты. Раз, два. Летит. Летит дерьмо, смотри. Бам, бам. Красиво побед. Кстати, Сенсу надо. Сенсу надо выше поставить. Тихо. Сейчас вот для этого момента специально Сенсу выше ставлю. Я помню, что в прошлый раз я просрал из-за того, что Сенса была маленькая. Так, это не то. Графика, игровой процесс. А как здесь сделать Сенсу? Управление, вот, чувствительность мыши. Въебал. Нет, не настолько, ладно. Что-то я переусердствовал. Ну, вот так хотя бы. Все сойдет. Только я ж потом не выставлю Сенсу идеально той, которая у меня была. Здесь же не предусмотрено сделать это по циферкам. Здесь же просто полосочка. И, суки, я так не сделали. Ага. Лови пилюлю. Да херца там. Лови пилюлю еще раз. Не надо мне Ну, давай так тебе лазер сейчас проебашу. Видал? Какой маневр уклонения? Ты видел мою Сенсу? Какой ты там маневр уклонения делаешь? Успокойся, не думай даже об этом. Так, это император уже, правильно? Так, нет, это те, которые могут в меня хуячить ракетками. Но это хер с ним, я уклоняюсь. Я уклонец профессионально в этом плане. Так, я в тебя тоже стреляю. Ты что, думаешь, в одни ворота работаем? Вот это видел? Красиво, хорошо. Ай, попал, сука. Это плохо. Кстати, когда попадают ракетами, по сути, меня же могут ваншотнуть. Тут же как в клонах идет. Так, мы с этим в танце кружимся. Но я его перекружил. Слушай, а можно мне энергию восстановить на фул? Можно мне на фул восстановить энергию? Сейчас будет биться с императором. Да, хватит игр, дайте ему пиздюлей. Эба Сенса. Эба Сенса. Надо обязательно потом не забыть вовремя ее обратно поставить. А то это вообще не дело. Ну все, давай быстрее. Блять, давай, император. Ну хватит сиськи, сука, диаложить. Я хочу спать. Гиперпрыжок к земле. Сука, догонялки. Так, теперь мне нужно сбить вот эту всю чепухню. Погнали. Первый пошел. Первый съебал. Второй пошел. Второй съебал. Третий пошел. Третий съебал. Четвертый пошел. Бам! Четвертый. Такая, какая...
Бам! Второй. Все, император incoming. Сейчас мне будут incoming пизды, да? О, все началось, сука. О, началось. Так, бля. Дронов давай проебашим его чуть-чуть. Опа! Маневр охуения твоего. Видал? Сейчас организовал. Лови пилюлю. А где моя пилюля? Почему? Тюх, тюх. Чини меня, паучок! Спайдермен, друг человечества, чини меня, сука. Да, эти роботы, они меня тоже пробивают. Ай, он паука сбрил! У меня теперь один лазер, и я херовый. Сейчас он будет стрелять, да, лазерами? Все, я запомнил. В принципе, тайминги можно выучить. Нельзя. Или можно? Вот сейчас будет лазер. Вот сейчас будет лазер. Почему сейчас его не было? Сука, непредсказуемые чертила. Окей, сейчас будет лазер. Просто буду уклоняться постоянно. Окей, работаем. Уходим, уходим, уходим. Молодца. Хороше. Бля, вот это было больно сейчас. Вот это сейчас было больно. Теперь одна ракета пошла. Я уклоняюсь. Ракета пробила. По лазерам хуячу. У него минус лазер. Но у него паучок работает. У него работает паучок на корме. Паучка я-ё. Паучка его я-ё. У него сейчас осталась одна лазерная пушка. Работаем, работаем по лазерной пушке. Сука, броню восстановил. Ненадолго. Хорошо! Пробита лазерная пушка. Еще один паучок сбрит. Сейчас надо его полностью разобрать. Так, все, теперь работаем. У него осталась только пулеметка. Паучка, паучка сбриваем. Паучка сбриваем, не даем ему восстанавливаться. Не даем дурачку восстанавливаться. Работает ракета. Так, паучок вышел на охоту. Паучка я сбрил. Ракета прошла мимо. Все херово. Ну ладно, у него нету лазеров, его имбовых. Он все равно мою броню и без лазеров пробил. Нихера ты вытворяешь. Я тебя понял. Я тебя понял. Ты не прост, нихера. Ты не прост, нихера. Бляха. Ну я не успеваю и лазерами, и ракетой. Сука, он уклоняется в тайминге. Ну давай накопим энергии. Ладно, паучка его сбривать. Сука, он восстановил уже себе целое крыло. О! Отдельная пилюлька осталась небольшая, прикинь. Колясочка чистая. Не надо своего паучка тут юзать. Не используй паучка, блядь. Давай ракета шмаляем. Ракета шмалять. Как ты меня достал! Сейчас он опять маневр уклонения сделает, смотри. Я ненавижу его и паучка этого сучьего. Сейчас он лазер ему восстановит, прикинь. Он уже лазерную пушку одну восстановил почти. Стреляем, стреляем. Молодца. Ракету, 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 ракету. Пожалуйста, в цель. Найс, найс. Хорошо, хорошо, хорошо. Аж, блядь, бок свело. Сука. Там гандон летал, я в него лазерные пушки направил. Почему ты не дал мне контрольный по паучку сделать, чтобы его больше... Не родные даже не узнали. Неопознанный объект. Да, неопознанный император просто приближается. Ничего необычного, блядь. Типичный случай, сука. Здорово. Да, ты такой эпичный. Я так тоже умею уклоняться. Только вместе с кораблем. Один бы я так, конечно, бы не сделал. Пробита обшивка в секторе 14. И мы погнали. Сейчас, я так понял, все только начинается. Это же будет полная задница. Тут же будет очень много противников. Он же сейчас нас с самого начала уничтожит вместе с нашим ядром. Потом я окажусь у него на корабле. Это все будет очень долго. Сука, мне должны поставить памятник. И причем не как эти достижения в трофейном лобби, в клонах. А именно реально памятник. Так, тихо. Чувствительность. Окей. Сойдет. Чуть надо поменьше еще сделать. Вот так вот. Так, стучать, 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 блядь. Пожалуйста, выпустите меня, блядь. Остановите этот кошмар. Давай, молись. Быстрее, суки, я хочу спать. Да. Привет. Я буду отправлять вас по очереди. Да давай, что хочешь делай. Мне нужно пройти, мать. Мать, не мешай, мне нужно. Готово, да. Начинаю. Сука. А, это типа предыстория, типа я забыл. Окей, ну мы забыли же, да, да, нам надо повторно показать. Давай еще повторно все чептеры пройдем. Ну а че бы нет, типа, ну. Нам же так интересно это все играть. По поводу паупак 7000. Мы обдумали все идеи и... И пришли к выходу, что вы умираете прямо сейчас. Да, все правильно, все хорошо.
у этих случилась паническая атака. И сейчас будет, сука, неебически классная консцена, которую я никогда в жизни не видел. Ты помнишь, каким начинал я? Ты помнишь, каким я начинал вообще? Ну, типа, играть. Я такой, типа, тебе, привет, здорово, сейчас будет самый ебейший челлендж, я не собираюсь материться, не собираюсь громко пиздеть, а то батя даст мне сам пиздеть. Ага, а вот какой я сейчас. Загрузочка, окей. Вдохнули. А у нас есть перенос разума там? Или куда? Есть? Нет? У нас одна жизнь? На это все? Ну, я как бы натренировал. Но как бы не настолько. Ну, ладно, представлю, что у меня здесь одна жизнь. Представлю, что одна. Типа, больше не дано. Но это же пятый чептер, правильно? Он же должен быть сложным, самым, типа. Так, ну пусть мой пока разбирается. Ну, возможно, да, у меня реально одна жизнь, потому что мой до сих пор хуярит. Сука. Алло, мой Майами. Майами, который мой, он будет там разбираться с ними? С чушками. Тихо. Тихо. Уход. Давай последнего, последнего рубани, ну по-братски, ради меня. У меня нет ни жизни, ничего мне не показывается. Я так понял, если я умираю с концами. Рубани его, по-мужски. За меня погнал. Сколько он на меня триггерится, он вообще его не воспринимает, всерьез. Они не могут поэтому соприкоснуться мечами, он только за мной идет. Блять, ну ты серьезно? Дядь. Ну рубани его, дядь! Хорош. Я тут так ссался. Ну я натренировал! Предыдущий челлендж видел? Я там выживал. Если ты не смотрел, посмотри, я там выживал за вот этого мужичка. Самого стандартного, выживал на время. Гандон, блядь, вернулся. Я по тебе хотел, нахуя, и тебе повезло. Тебе очень повезло, сука, прикинь, создает мне арену для файта. А что будет, если я умру? Типа, ну, у меня вот вообще без понятия, что будет, если я умираю. Ты посмотри, что они выдвинули против меня. Типа, ну пусть мой там колбасится с ними. Моего хватит надолго вообще, нет? Так, ко мне прилетела вся самая жопа, кстати. Вся самая задница. Пусть они все в уголке здесь потусят. Ладно, один выбрался. Даже не знаю, как так вышло. Окей. Ну, чептер не начнется заново, если я проиграю тут. Но это невозможно. Ну, типа, это бред. Меня кинули за первого бота без апгрейдов. Ну, это же как минимум глупо так делать. Нет? Нет? Или тут так можно? Или тут разрабы охеревшие в конце? Ну, допустим. Ну, допустим. Ведь они из таргета меня не упускают вообще. Окей! Сука. Ну последнего тоже давай за меня. Или с последним я сам должен разобраться. Нет, давай ты. Давай ты. Я тебе больше. Я понял тебя. Я тебя понял. Я должен хоть какой-то был вклад в этом файте внести. Я тебя понял. Я внес. Я так суюсь, подожди, я не уверен, что у меня типа больше одной жизни. Опять коридоры, опять лучники, конечно. Естественно. Конечно. Замечательно. Молодца. А что мне делать, собственно? Ага, все, показались жизни. До этого их не было. Допустим, о, у меня есть меч. Ладно, все не так плохо. Все не так плохо. До этого я не знал о существовании жизни и переносов разума. Оказалось, что я очень долго жил за самого первого дурачка. И это дало мне гигантское преимущество. Ну ладно, погнали. Собственно, вот таким чувачком я и хочу сражаться. Таким я и хочу это проходить. Сори, читы. Сука, ну он же должен сдохнуть. Что? Ладно. Сочту это на баг. Но это не весело в таких челленджах, когда баги присутствуют. Так, ты посмотри на это. Ты посмотри на эту мерзость. Ты посмотри, это же противно. Это же отвратительно. Давай всех хуярь. Хуярь всех. Без разбору. Ебень просто всех ковыряй. Ебать ковырять. Вот это прикольная фраза, да? Новая только что сгенерирована была мною. А ты и не такое сгенерируешь. Пока здесь файтишься. Кстати, второй мой забрал другую часть противников на себя. Опа, блядь. Видал такой мув? И вот такой мув еще видел? Тебе такое не снилось? Лазерный. Я опять лазер отрикошетил.
Нифиговый я, пацан. Такое сейчас происходит. Я не могу описать это словами, но это ужасно. Это отвратительно. Ну, лазерный раптор я. Но я буду просто сейвиться. У него очень быстро восстанавливается энергия, поэтому я все, что буду делать, это сейвиться. Вот это я сейчас сделал плохо. Я забыл, что у меня не огненный раптор. Я-то привык к огненному. Так, ну допустим. А мой там долго будет? Окей, я отойду подальше. Попробую что-нибудь намутить. Допустим, это было неплохо. Это было... Я же турель, правильно? Турель не должна к ним идти в упор. Турель должна издалека насвистывать. Так, мой нихера не справился, да? А, не, мой переселился в этого дурика. Все отлично, своего типка не трогаем. Две жизни осталось, восстанови сейчас, восстанови жизни. Мне нужны жизни, слушай. Мне нужны жизни. А, здесь будет чекпоинт, здесь будет чекпоинт, мать его. Так, ну в принципе мне нужно будет пройти всю эту задницу с одной жизнью. Ну как с одной, с одним чекпоинтом, потом дойти до Императора, там будут опять чекпоинты. А я могу вот так сделать сейчас просто? О! А можно так сразу Императора ебануть? Ну типа... Так сказать, выместить всю агрессию, всю злобу. Слушай, и мой тоже красавчик, мой не идет с ними сражаться. Он оценил мою тактику. Моя тактика не знает поражения. По два, смотри. Ты скажешь читы, но для победы все средства хороши. И если ты мыслишь не так, то я не знаю, что с тобой. Я не знаю, что с тобой, ты должен мыслить именно так, потому что если у тебя есть шанс победить таким образом, ты должен таким образом побеждать. Слушай. Подожди, подожди, я не пойду. Нет, ты куда, ты куда, ты куда? Нам не туда, нам туда не надо, смотри. Вот так вот делаешь и все, и красиво. Слушай, там лучники появились, но я буду издалека. Пока мой там с ними файтится, я буду издалека нафигачить. Я свою цель турели выполняю, я же лазерный раптор. Я этим и должен заниматься, по идее. Так, один ко мне дошел. Получил пизды и ушел. Так, я в него немножко не попал. Сейчас, сейчас надеюсь, в него немножко попаду. Бляха, опять не попал. Окей. Ну я не вижу ни хера за своей башкой. Мне бы получше наводку, конечно. Но и так сойдет, в принципе. Кого-то забрал. Неплохо мой делает. Давай последнего. Открывай двери. Открывай двери, я захожу. У меня еще до хера жизней. Давай сразу издалека их хернем. Молодца. Заебца. Сука, фейерверки, попкорн. Я хренею. Сука, но все равно долетело до хера. Долетело до хрена. Слушай, вот это печально. А вот так зато я вижу, куда лазером хуячу. Но они тоже уворачиваются. Они тоже не совсем дурачки. Допустим. Бля, хвост отпилили, хвост отстругали, сука. Я сейчас стану одним из них. Мужик, спаси меня, блядь. Ну я буду... Я буду тянуть время тогда. И мне больше ничего не остается, я на лазер не накоплю и тем более его не заюзаю. Я буду просто тянуть время, пока они друг друга пилят. Это максимум, что я могу сделать в этой ситуации. Окей, я не одноногий, фул броне. То есть я вселился в самого перспективного здесь чувачка из всех, в кого мог вселиться. Поэтому все хорошо. Я выбрал лучшего, так сказать. Ну, мне повезло в этом случае. В этом плане мне повезло. Меня сейчас фортуна щадит. Вот у меня канал называется Фортуна Гай. Вот сейчас фортуна на моей стороне. Обычно она не на моей стороне. Но сейчас явно на моей. Ну и что там сложного? Ну там, ну херня, ну подумаешь. Это получается предпоследние ворота, а потом там будут чиф-капитаны, которые друг друга поебашут. Все, иди сражайся, блядь. Иди. Ну я тоже его хотел напнуть в бой. Ну у тебя с этим было лучше, конечно, будет. Он же может бесконечно вселять в дурканов этих... Ну сейчас можно здесь, сейчас здесь можно. Сейчас здесь спокойно можно взять пику в рот. Конечно же, без проблем. Поэтому нужно стараться. Нужно стараться и не обосраться, правильно, правильно я считаю. Пусть они пока друг друга чуть-чуть потыкают. Я немножко тоже здесь их потыкаю. Вот это не весело. В 4 ствола, в 4! Ну и мне, конечно, ногу перебашили в процессе. Это было, ну, типа, безвыходно. Так, ну мой там тоже и башится. Ну что, я не осилю четверых? Нет, я не осилю четверых. Это без вариантов, я не осилю четверых. Мне дали кого? Мне дали нормального? Тихо, тихо, тихо. Все, успокоились. Успокоились. Жизни 3 осталось. Это немного. Это немного. На таких жизнях я обычно уже левел прохожу. А сейчас вообще нифига. Сейчас еще все только впереди. Но в битве с Императором мне жизни, я так понял, восстановят, правильно?
То есть мне не нужно здесь их жестко сейвить, потому что в битве с императором мне дадут заново их. Я очень надеюсь на это. Задрал меня, сученыш. Все, этот там расправился. Я не знаю как, там их было очень много, но этот смог. Окей. Тричи в капитанше. Ну слушай, за три жизни три в капитанше пройти можно. Мне кажется, здесь вообще ноль проблем. Тем более, если бы я мог вселяться в этих капитанов, то по сути я бы мог от всех их сдохнуть по отдельности и еще и пройти. Поэтому все нормально. Окей. Мой тип каким-то образом выживает. Это, кстати, удивительная тема. Я не думал, что он выживет. Так, лазером давай хуячим. Правильно, минус одна, сразу же сходу. И не надо долго теребонькать. Давай минус вторую оформлю. Так, ну почти минус вторая. И еще бомбами, гранатами засыпала. Все вообще отлично. Тихо. Здесь, кстати, у меня может не хватить клонов, если всех клонов моих просрет мой тиммейт. О чем это я говорю? Колян, о чем это я говорю? Никого не просрет мой красавчик. Ну, в смысле, ну, мой обычный тип, а я красавчик полностью. Так, сейчас мне восстановят чекпоинты, и я буду сражаться с императором, правильно? Ну, даже если я буду сражаться с императором с тремя жизнями, в принципе, их мне должно хватить. Это финальная битва. Это финальная битва. Ты понимаешь? Я это до сих пор не осознаю. Это финальная битва челленджа, о котором даже подумать страшно. А, нет, еще не финальная, еще там будет матрица, еще там будет матрица, ёп! Сыр, там еще будет матрица, там надо будет сейчас этого императора отгандошить и потом пойти в матрицу. It's a me, матрица, да, это она. Ну, с этим сейчас будет вообще легко. Смотри, я одним ударом его разоплатил. Сейчас ему надо ткнуть в рыло. Тихо. Просто ткнуть в рыло вот так вот. Смачно, красиво и эпично. Все, сейчас он скажет, о нет, мой дом, все пропало. Ну, типа, я могу заново себя создать. И мы идем в его матрицу клонов. Давай быстрее, да, помни наконец. Как пустить эти консены? А, у нас такие рожи, как будто мы первый раз это видим. Хотя нет, на самом деле, учитывая, как мы быстро подошли к терминалу клонов, это не так-то и... А почему я не могу сам бесконечно себя клонировать, раз у меня такая матрица клонов? Здорово, дурни. Здорово, бля. Здорово, чушки. Давно не виделись, пацаны, давно не виделись. А тут они еще в броне все. А у меня брони, конечно же, не будет. Ну, ладно, ладно. Спасибо, спасибо, игра, спасибо. Я немножко не на это намекал, но тоже сойдет. Раз ты настолько буквально все принимаешь. Тихо. Вот здесь, кстати, я в себе не уверен вообще ни разу. Здесь можно... Не понял. Это как я потерять руку смог? Когда мне прилетает по любой конечности, я все, как я смог потерять руку? Ладно, давай, давай сейчас без этой херни. Давай лучше сейчас на серьезных щах, без шуток, но мы пройдем. И мы завершим этот челлендж. То есть не придется проходить заново, но это же пиздос будет откровенный. Это же будет реальный ужас. Бляха. Сейчас все не весело. О! Повести, мне повести сейчас, мне сейчас повести. Сука, можно мне такой джетпак? Вот настолько же быстрый джетпак в обычной игре. Хочу такой же. И меч такой же, знаешь, чтобы крутился, блядь. Дайте мне такой, почему такой скин на меч не сделали в Оверхауле? Надо сделать такой скин на меч, посмотри, какой классный. Блядь, самый охеренный скин на меч из всех возможных. Так, погнали, битва за левое яичко. Окей. Ну здесь, в принципе, довольно-таки опасно. Но эти хаммербаты, они быстро не летают, я так понял. Но они угрозу представляют. Но больше угрозу представляют здесь мечники. Хотя нет, хаммербаты, они чаржиться умеют. Бляха, тут все имбовые, получается, юниты. Тут все с приколюхами. Они еще все в броне, бляха. Что делает их убийство неудобным. На, по своему вдарь. Да че ж ты по своему не ударил? Так было бы сейчас красиво. Слушай, у меня еще и энергия восстанавливается люто. А то я думаю, что мне так кайфово здесь сражаться. Так потому что я здесь мобильный. Сейчас могу уворачиваться, как хочу. Блядство. Разврат. И наркотики. Вот как я это называю. Даже не молотистом, прикинь. Молотистом бы я сейчас тут всех быстренько порешал, но даже не молотистом. Допустим. Допустим. Слушай, у меня остается очень мало клонов, так-то. Тут еще очень много яичек надо будет освободить, а клонов осталось очень мало. Нельзя проигрывать. Вообще никак. То есть нужно собрать сейчас яйца в кулак. Бля, все про яйца. Ну ты меня извини, блядь.
4 часа, 5 часов, 5 часов утра. Уже не ночь, уже утро. Уже нельзя аббревиатуру такую вставлять, как ночь. Аббревиатура это вообще или нет? Это я не знаю. Это мы узнаем потом. Ну все. Ух. Ладно, эту битву я выиграл. Эту битву я выиграл, осталось 3 клона. Это мало, это катастрофически мало. То есть я просрал 2. У меня было 5, я просрал 2. А здесь еще нужно 2 раза посражаться. Давай теперь направо и пойдем. Потом пойдем в центр. В центре же тоже битва будет, по идее, правильно? Причем самая жесткая. Сука. Весело, конечно, это все. Весело от слова не очень весело. Так, ну допустим. Допустим, вот это прям приятно, когда по ним как нож сквозь масло проходит мой меч. Это прям хорошо. Остались копеечки в броне. На них нельзя сдыхать, вообще никак. Конечно, им изи тебя убить, но на них нельзя сдыхать. Никак. То есть, это не оправдание, что мы изи меня убить. На них просто нельзя сдыхать. Чисто физически, потому что это бомжи. Тут надо на изи проходить и все. И даже не париться. Вот я так и сделал, собственно. Окей. Окей, тогда у меня остается 3 жизни и последняя комната, по идее. После этого битвы уже никакой не будет. Потом битва с императором. А в битве с императором у меня останутся все те жизни, которые остались. И мне вернут моего персонажа с копьем. Крутого пацана. За него императора финального будет, в принципе, не так сложно отшинкать. А еще, будет ли какое-нибудь усложнение на безумной сложности? Типа 3 императоров или какой-нибудь еще... Еще будет комната со спайдер-троном. Это же она прямо сейчас будет. Это что такое... А, восстановить переносы разума. И включить броню. А, так а чё я парился на 2 уровня, получается? Что ты делаешь? Я прохожу, сука, 5 чептеров. Разом, нахуй. За одну попытку. Вот что я делаю. Вот что я делаю. Я ж вспотел. Ошалеть. Где? Вот. 3 спайдер-трона. Изичка, блядь. Изичка. Просто создают мне музыкальное сопровождение. Саундтрек, так сказать. Саундтрек, ничего больше. Не более, не менее. Ну и тут еще какие-то дурачье какое-то. Не говори, что я вселюсь в какого-нибудь, кто падает. Нет, я не вселился в того, кто падает. Разработчики придумали вот это, продумали этот момент. Ладно, у меня аж 5 жизней. У меня аж 5 жизней, что сковать. 5 жизней, на только на спайдер-тронов. Только на спайдер-тронов у меня 5 жизней. Че париться вообще? Ой, бляха. Они так умеют, да. Они так умеют. Одноногого, естественно. Пошел нахер. Окей, окей, окей. Окей, 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 окей. Окей, 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 окей. Окей, допустим. Остался последний. Остался последний и 3 жизни. Последний и 3 жизни. Ну, сам понимаешь. Конечно, я тут очень много жизней проекшал и сделал все очень некрасиво, но это на самом деле от безнаказанности, от того, что я осознавал, насколько много у меня еще жизней, понимаешь? Я как бы расслабленно себя вел. Но все это победа, и опять у меня остается 3 жизни, правильно? Ну, они же, по идее, они... А мне же восстановят жизни для битвы с императором, или у меня эти так 3 жизни и останутся? Получается, я в лохах сейчас. Думаешь, уничтожение моей матрицы что-то изменит? Моя смерть ничего не изменит, у них там все это запрограммировано. И все это такая херня, да. Я сейчас должен буду ушатать вот эту тему. А мне никто не будет мешать уничтожать эту тему? Просто вот этого я не помню. Или я ее уничтожу безнаказанно? Да хорош пизди! Сука, не ты тут ютубер! База инструкции надежно защищена, да, но то и надоедливый вирус, да, вот я вирус. А что во мне живет, что придумают такие челленджи мне? 4 часа утра, блядь, 4.30, 4.30 у меня. Я знаю, что это ты до сих пор смотришь, там вообще 2-часовой видос получается. Но это того стоит, согласись, это того стоит, это пытка. А, мне опять жизни восстановили, потому что я буду продолжать ебашить, правильно? И мне нужно здесь дохнуть. Окей. Без проблем. А, так а что мне восстановить? Мне их восстановить для битвы с императором, правильно? То есть, если я здесь сейчас отъекшаю эти все жизни, то я конкретно просру. То есть, у меня 4 жизни будет, да? Или нет? Или мне дали эти жизни просто на вот эту битву, чтобы я точно здесь... Алло. Чтоб я точно здесь не просрал. Поразительно. Я типа прозрел. Но мне все равно на все насрать, и я все равно хочу уничтожить землю.
И они такого же мнения. Ну, примерно. То есть что-то им управляло, ими управляло, чтобы, что они хотели уничтожить все и вся и в приоритете нашу землю поработить. То есть это было что-то другое. И это такой жесткий намек, что существует где-то сверхразум, который контролирует этих роботов, который гораздо жестче, чем это все. Прикинь, теория. То есть это все в спешке, в руках какого-нибудь по-настоящему жесткого императора, или даже не императора, а какого-нибудь... Что может быть жестче императора? Я не знаю, что может быть жестче императора. Какой-нибудь салат Цезарь. Кто был Салат Цезарь? Тоже же был императором, по идее. Или кто он? Да, you hold my power. Так, я играю за себя, но с оружием, собственно, плюс скины еще засчитали. В общем, все неплохо. Все весьма неплохо. То есть я играю за свой скин, но с теми же пушками, с которой сдох. Отлично. Меня это устраивает. А где мой друган? А, мой друган долго не протянул, да? Блять, быстрей, быстрей, сука. Да, перекат здесь работает хорошо. А подожди, у меня одна жизнь, да? У меня одна жизнь на битву с импера! Это решающий матч. Я этого не знал. Я думал, у меня будут запасные. А ты знал, что у меня не будет запасных? Все это время молчал, да? И ждал, пока я узнаю это. И как я на это отреагирую. Я пиздец, как на это реагирую. Ты даже не представляешь, как я на это. Тогда нахуй, это битва времен всех и народов. Самая, блядь, это самая моя серьезная битва в клонах, которая была. За всю историю клон-дрона. Самая серьезная. Я так никогда серьезно не относился к сражению. Допустим. Но у меня хотя бы оружие неплохое. Для битвы. Ну, не самое худшее, точно. Нормально. У него уже нет шлема. Он уже не такой понтовый. Он уже не такой модный. Уже не в Дольче Габбане. Ему, скорее всего, скоро придет Габбале. Прикинь, последняя битва за сегодня. Последняя. Побеждаю его. Побеждаю во всех челленджах. Сразу же, блядь. И побеждаю в этом самом основном. Пока не буду забегать вперед. Сука, вот это битва. Я включу сюда самую эпичную музыку. Нет, я не... Или включу. Может быть, включу, может быть, не включу. Но, в общем, сюда нужно что-то самое эпичное, что может быть. Надо ему меч отрубить, чтобы он лазером не мог шинкать меня. Да, я знаю, я с ним сражаюсь примитивно, одним ударом. Но ты не представляешь, как я его боюсь. Я же помню, что со мной делал обычный император. А тут тип крутой. Блядь. Воу! Отрубил меч! Найс, найс. Хорошо. Какой же ты стал беспонтовый, с торнельком! На, в глаз! Сука. Все, он теперь дурак. Пожалуйста! Ну закончись, блядь! Закончи мои страт... Бля, сейчас соседи прибегут. Да такой пизды мне. Ебать его в коловратище. Бля... Ну что тебе могу сказать? Что? Да что говорить? Что мне тебе говорить? Получается, я это сделал? Получается, я поставил себе эту задачу в 2 часа ночи, сам себе не веря? Вот я как тот чувачок, вот я вот так из камеры на тебя смотрел, показывал, типа, ну, это же невозможно. А теперь я вот... А теперь я вот этот, блядь. Реально, под конец я стал таким, да. Ну потому что, ну... Сука. Ну, непередаваемое ощущение я сейчас получил. Я сижу весь мокрый. Мне сейчас в душ хорошо бы сходить. Я сижу весь мокрый, нервный, блядь, невыспанный, с мешками под глазами, размером, сука, с планеты, с галактики. Ой, бля. Но я это сделал, да. И эти титры официально посвящены мне. Надеюсь, что ты досмотрел до этого момента. Я хочу поздравить всех с таким достижением, потому что это было сделать непросто. Видосик
получился архидолгим, архидлинным. Спасибо тебе за все. Спасибо за то, что смотришь мой канал. Впереди тебя ждет еще много клонов, много ченджей, много страданий. Мы с тобой это сделали, поэтому мы молодцы, мы красавцы. Приятного тебе аппетита, если кушал и если докушиваешь. Хотя ты, скорее всего, уже сожрал все, что у тебя было в холодильнике, пока смотрел этот, сука, архидлиннющий видос. Удачи. Я на боковую. Я отрубаюсь. Пока.